Звони по телефону. Стройтесь. По пейджеру отправляй. Я просто старой школы, блядь. На меня Вова тут насел, что я какого хуя, я рассылки в ВК делаю до сих пор. Типа я старпер ебаный, блядь. 24-й год, блядь. ВК никто не пользуется. Да, блядь, ВК люди все равно сидят, они видят, блядь, пиздец. Ну, вот какие чё... люди? Зачем тебе эти люди вообще? Я боюсь. Они со мной одного возраста. Иди сидит в ВК. Да, блядь, да много людей сидят в ВК, блядь. Почему нет-то? Ну. То он ложится на неделю, никто даже не замечает. Мне просто там говорят, типа, слышал ВК вообще неделю. Ага, ведь мой батя сразу пост. Качество, но оно немножко другое будет. У них как будто еще фильтр накидывается. Да, Илюх, или что? Да, фильтр специально, чтобы это как кино смотрелось, дорогие мои. Ну, то есть мы же делаем, блядь, постановки, правильно? То есть... Так я думаю, можно и черные полосы добавить снизу и сверху. Почему? Блядь, как так? Слева и справа. Ну, лучше без желтизна, я думаю. Дэвид, родной, пожалуйста, я прошу, давай быстрее приезжай. Бля, Дэвид с ней в одно время может приехать с первой, ладно. Вот, да. Вот, вот так. Теперь кинематографично выглядит. Так а что, и правда? Фильм. Так нужно какую-нибудь там крутую. Что надо крутое? Нужно крутой диалог какой-нибудь. Брама, вызывай мусоров, сейчас что-нибудь про него придумаем. Да какие нахуй мусора? Брама, блядь, сам соседки недавно, блядь. Его сейчас первым делом заберут сразу же туда же. Да? Давай. О, кабан. Звони Тайлеру. Подъезжай, кабан. Ну пиздец. Одного пиздула надо, блядь, но очень хорошим манером. Алло, Саша. А что, пиздато выглядит? Мне нравится такой кадр. Я? Кадр. 6 кадров, ту-ту. А ты знаешь, почему 6 кадров? Ну, знаешь, типа говорят, типа, ебать ты кадр. Ну да. Вот, и их шестеро, поэтому 6 кадров. Я думаю, это все-таки про актерский, у них там на сленге, я думаю, актер как-то с кадром замешан. Плюс к тому же еще и кадр, то есть есть постановочный кадр, конечно, есть 16:9. Пленка. А, знаешь, вот это вот? А может потому, что у кого-то просто Intel стоит в компе? Поэтому... Не выкупил. Да, ну ладно. Я помню, там мы шутили, что надо разогнать процессор, спрашивали, сколько у меня ядер. И сколько потоков. Я говорю, у меня 24 потока, блядь. Я поставил 36 потоков, и мне сказали, ну теперь у тебя 36 потоков, а и 26 перезапусков, блядь. Я что-то сломал с компьютером. Ты не понял, Зелька? Нет. Блядь, Зелька, ты что, ебанутый, у меня зубы? У тебя зубы на месте все, конечно. Да, блядь, засос. Это что, все, ну... Сори, пацаны, я покакать возьму. Покакать? А кто мне ее шкюдишь? По-армейски, 5 минут все. Брама, а шкюди посмотрел по карманам быстро? Нет. Как? Не, ну, кстати, так действительно пиздато выглядит, прям, ну, мне тоже нравится. Да под наши сценки дебильные, прям вообще. Прям кинематографично. Я думал, в какие-то моменты-то можно добавлять это. Типа, можно же добавить, не вырезать, именно просто черные полосы слева и справа добавить, ну, сверху и снизу. Когда саспенс или кульминация вот идет, Илюх, нужно вот это вот забиндить, чтобы оно так, знаешь, типа, когда неожиданный момент какой-то, блядь, или ну, это. И приближать камеру, думаю, в этот момент можно. Ну, надо давать доступ к компу своему, Илья вообще охуеет. Ребята, никто не видел немножко книжку. Ее спиздили у тебя, сися, блядь. Илья вообще охуеет, его канал у тебя спиздит, да? Видел, кто это был? Не, Валера взял и пошел срать с ней. Илюха, растяни обратно, видишь, что-то, блядь, начали плакать, типа, что-то не нравится. А это хуже, можно... Да, ну сейчас мы просто сидим, и пиздим. И смотри, как надпись выделяется, Мафаня тупи. Да, тупи вообще-то. Нет, проблема, знаете почему? Потому что когда будут эти ролики вырывать с твоего канала, то они будут обрезать черные полосы, понял, типа, так задумано. И там не будет Мафаня тупи. Микрофон у меня аудиотехника 2020 USB+. Так вот. Знаете откуда, кстати? Мне Малстрой его подарил в 2019 году. У меня был сбор, у меня был Samsung Meteor, мне Мал кидает, бля, пятнашку, говорит, купи себе нормальный микрофон. И ты его наебал. Ни разу Мэла не наебал. Не нравится фильтр, вообще ничего не нравится, блядь. Пиздец, фильтр не нравится, обрезка кадра не нравится. Вы вообще, вы смотрите кино? Вам нравится кино? Или вы смотрите только стримы? Стримы. Они тиктоки смотрят, ты должен просто разрешение сделать такое. Сразу под музыку, блядь. Make it.
Модер, уберите фильтр. Рейд от Брама. О, нихуя. А что тогда спамилось-то все? Ну так только начали писать, типа. Это ж первое сообщение такое. А у тебя Валера в толчке хапает. Да все убрали полоски уже, ну че вы ее. Короче, у нас на сегодня три постановки. Первая — Ламода, вторая — Ghostbusters, третья — ну просто гэги, блядь, поделаем нахуй, приколы, блядь, и все. Фокусы и приколы. Приколы. Там про кашу Мизулина высказалась. Видели, видели, видели. Да знаешь. Видели, но у меня уже в Телеграме, блядь, я уже написал по поводу этого. Вы еще не подписаны. Напоминаю на всякий случай Екатерине Мизулиной, что мы за традиционные ценности. Нас сейчас очень часто пытаются дискредитировать. Да. Мы за секс с противоположным полом. Это, во-первых, за размножение, чтобы новых солдат рожать, ну и воинов для нашей великой Российской Федерации. Не слушайте его. Да, это вот это навальник. Это местный, кстати, дурачок. Мы над ним сами подшучиваем, блядь, он такой, блядь. Мы для контраста его взяли, я чтобы люблю вот адекватные Россию, люди, которые... Russia is powerful country. Шпион, американец, шпион. Американец, блядь. Иногент. Через сколько будет? Ну, короче, наш актер приедет через 3 минуты, Дэвид. Через 5 минут приедет девушка, короче. Вторая девушка приедет через 1 час 1 минуту. Нормально, все хватает по времени. Первое, как обычно, у нас разминочка, пройдемся легенько, потом, блядь, будем прикалываться. Ну и первый прикольнемся. Не тупые. А, то, там, что? Брать бы надписи, ну, модератора, что там. Давай я убью. Вот это как убрать? Как а, убрать? Да, блядь, это, кстати, вот это вот, да, здесь, там, да. От овер, овер. Банить не буду, ладно, как это почистить? Это просто... Банить надо этому за это. Вот. Не пиши больше такую гадость. Не пиши больше так. Мам, спускай, как было. Да, ну, сейчас. Ожидаем пока. Бля, как вы еще адрес не слили? Так мы тут не живем, блядь. Вы видите, какой Влад, срач, как тут жить? Влад, а вы как часто лоток выносите? Каждый день, вечером. А ты что уже там... Ты что, насрал туда, блядь? Корабль. Вот альтернатива туалету. Что там, полный он? Вообще пиздец. Там до краев просто. Сука. Пришел после казармы, нахуярил. Там было все лотки заняты, поэтому пришел. Просто в дырку с рём армии. Просто в земле, нахуй. И все. Так, поехал я мыться. Ну, в смысле, голову мыть. А, давай, конечно. 5 минут осталось. Цепочку надеть это обязательно, Валер, сейчас вообще. Потому что... У нас... Это фианита. Осуждаем. Это донат, не обращаем внимания на него. Я, кстати, Зеля же убрал донат, я бы обратно в ОБС поставить. А, так это Илья же стримит меня. Мой друг Илья, все его знают. Осуждаем донат, вот этот, который был максимально. Че, только что, пошли голову мне мыть. Супер мерзкий донат от супер мерзкого человека. Знаете, дурачок? Вообще, это что-то, ну, я не представлял даже. Кот насрал, как человек, мамура ваху. Асу, Илья Мазелов, Илья нет ли чё? Илья Клитер. Илья Клитер. Илья Клитер, мой друг. Вы знаете его. Не Илья Мазелов. Илья Мазелов сейчас стримит. Сейчас концерт дает. А Илья Клитер, это мой друг, он сейчас сидит, стримит этот стрим. Илья Мазелов концерты дает? Да. Ну вот он сейчас где-то в Иркутске. Вы знаете Илюху, блядь. Че вы начинаете-то, ебаный свет? Дэмс, бэмс, крэмс, пэмс. А вы знаете этот мем? Yes. No. Вот задай мне какой-нибудь вопрос. Так это старый мем. Влад, ты какал около кровати? No. Влад, тебе дрочило молодец? Так это же кот вот этот вот. Yes. Дом. Ну это вообще кринж теперь. Это yeah. Сколько прошло? Ну года 2 уже. А там еще третий есть вариант. Брррр, нет, ты не понял. Давай-ка, я сделал так, чтобы ты понял. Давай еще разочек. Ты говоришь, что это кринж, и это старый мем? Нет, ты что-то не понимаешь. О, Фредди Фосбер! Это что такое? Мем почти новый. Бля, у Валеры там из пениса льется, слышите? Да я чуть-чуть выдавливаю оттуда, блядь, нахуй. Лопнет, глянется, лопнет. Там надо что-то закупорить. Он, кстати, так, он же так, кстати, может оргазм имитировать.
А кто такой Фредди Фазбер? Оу-о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 у. А, вот это знаю, мелодия. Это из ФНАФа, да. У нас, во-первых, Сися уснула, и там что-то пшиканье какие-то происходят, перцовки, блядь, в бабушку. Что-то, блядь. Брама не подглядывает, А ты играл в ФНАФ? Конечно, ёпта, я какого года? 2010-го, конечно, играл. Ну что, Валер, помылся? Не устану, повторяю. А, да, вот это еще, вот это еще. Покашли. Не корона, бро? Не, не корона, бро. Точно не корона, бро? Не, не корона, бро. Вот такая еще тема есть. А, еще из новенького у нас имеется, наверное... Я прошу тебя, узбагуйся. А вот это, вот это. Вот это папа-поворот. Меня ужалил. Да все, мам, мам, все, вы шарите в ТикТоке вот эти молодежи. Дирижабль, ага. Вы только при друзьях так мы их не делайте, ребят. Ну, про сам делали там. Дайте дальше, я буду готовить. Джек Воробей. Компас накрылся. Что-то там, я стану балаган. Сука, еще раз меня кинешь полиэтиленом, что и будет? Я тебя упакую. Бля, смешная фишка то, что если мы будем вообще использовать мемы из разных. Вот кто-то новый, там кто-то, блядь, ждун, пизда. И все, вот как будто нет грани времени, не просто. Густо. Стреляю вверх. Прямо в рай. Если не сосешь, то тогда живо умирай. Соси. Доставай наличку. Кэш. Не убирай. Пиздец. Пиздец вы лолоев, нахуй. Вау, ты правда садись. Упячка, упячка. А почему не встар? Кто шарит за Биберан? А вот это, помните? Потому что он играет не в доту. Важный, это же заложник игры теперь стал. Так, так бывает, Володь. А, я думал, это вообще какой-то типа... Не-не, тот самый, который был в Лесика. Вот так вот, понимаешь? Все сегодня так, завтра так. Это же все. Мне просто говорили, что Никс это вообще пиздец. Ну да, у него по 200 онлайн, блядь, было. Но просто он играет в другую игру сейчас, типа, которая, типа, ну это не дота. Их-лих. Ком шляпан. Блядь, где Дэвид? Ёбаный свет, девушка будет через минуту уже. Сейчас нахуй там у падика стоит, блядь. Ограбит. Дэвид, здесь нет солнца. Ребят, а нахуй нам твичи, да? Вы так посидели, покумекали. По 200, по 252 пойдете. По 282. 282, если пудришь носик? Нет, это... Кипятите, Булик, подъезду подхожу. Не создавай шума. Чё? Ты не шаришь, ёпта? Ну чё, звони, дорогой, блядь, ну чё за пиздец, где? Блядь, такой кошмар. Ну, значит, подъезд. Да, блядь, я же ему объяснил. Ну почему он не читает? Просто она уже подъехала. На английском ровно написать. Привет, Соня, привет, привет. Спасибо большое за 100 рублей. Что-то много приветов на 100 рублей один. Ну, приветы мне как сломаешь. Ку. Стрим лагает. Не может быть такого. Пол, я вам не верю. Рейбал. Стрим лагает. Димон! Он влюбился в нее. Шаришь, шаришь, бро. Я дракон. Тает лед, она голая. Контакт, кровь течет. Водопад, рэп, шмэп. Ее будь да, ее. Паша. Не, ребята, 100 рублей это вообще фиаско, братан. Так, все, уходите. Давай, делай, давай. Ла-ла-ла. Все уходите, на меня девушка приехала. Пойду поваляюсь у него в комнате. Коробку. У ёмнати, нет, никакой комнаты. Пойду клей. Идете в палик, встречать Дэвида. Дэвид. Ага, мы английского не знаем. А когда мне, через 15 минут? 5? Да не, минут 10. Валерка. Если ты ее не трахнешь, ты лошара. Кого есть? Ну вот, Дэвида. Пока Эрик на тюряге. Так, ладно, это пока в сторону. А ты все сделал? Хорош, брат. Спасибо. Так, что, уходите, пожалуйста. А что тогда все так придумано? Не спали, типа, зима, не зима, похуй. Да похуй. А что за подводные дорики? Все, уходите, пожалуйста, я вас умоляю, блядь, друзья, дебилы. Ко мне девушка пришла, уйдите, пожалуйста. Давай посмотреть, потрахать. Да идите нахуй отсюда. Рефлексируют парняги, пока Эрик на тюряге.
У Мафы есть песня своя, охуеть, блядь? Да, есть. Три медат, ебучий змей, ВКонтакте вбей. Охуеешь от вайба. Вот это реально вайб. А, блядь, стол мешает. Маф сейчас опять дрочить будет. Не опять основа, и не я лично сам себе, а мне малолетка. Не путайте, пожалуйста, блядь. Ого, добавь ВК, ссылку дай на каши на покушать. Спасибо, я ему нихуя, я ни копейки ему не отдам, чтобы ты понимал. Ни копейки, ни рубля. Я его постоянно обещаю сырокопченой колбаски, и даже колбаску он не получит. Да, запускай, запускай, поехали. Так, то есть на сон не ответил, а на мой нет. Сейчас я посмотрю. Слушаю. Привет. Понятно, все. Ну, все, все делаешь. Давай. Давай, давай. Давай. Так. Ну что, где Дэвид? Ладно, где девушка? Ну что, пуч или соль? Первая сценка называется «Ла Мода». Тримидат ебучий змей. Это мое альтер-эго, как и Кальвадос можете найти в ВКонтакте. Кальвадос, Тримидат ебучий змей, Елисей Елисей и Мафани тупее там есть. У меня много. Она в магаз зашла, купит что-то, блядь. Баба сейчас еще мне еды принесет. Ну правильно, правильно, правильно. Работаем. Походу пуч, блядь. А если не пуч, а если этот, как его нахуй, сейчас Джарахов сюда придет, это что? Вот как такое называть? Вот как, это не соль, не пуч, а что это? Конский котик еще. Конский котик. Тоже такое может быть. Короче, ВКонтакте, кому интересно, я говорю, конский котик. Конский котик. Тримидат ебучий змей, шерсть. Ах, бля, ну вот вы такие, да, троллингом занимаетесь, промышляете в интернете, промышленных технологий заканчивали в университет и промышляете, бля, сидите теперь. Не, ну, блядь, а хули, ну, правильно, 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 булить этот вот тенденция отмены, cancel, блядь, вся хуйня. Ну, cancel-те, уёбков там, блядь, вот этого второго там есть придурочный, блядь, которого все нахуй послали. Бегает по концертам, блядь, лутается. Все, что может, подсасывается. А черепашьей спермы не было? У меня, к сожалению, во рту нет. Потому что, напоминаю, Екатерина, уважаемая Мизулина, мы вас очень любим и поддерживаем. Да, 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 шаришь. Какой бобер нахуй? Где Дэвид? Я позвал Дэвида, он приехал с Южной Африки. И, блядь, он не может найти мой подъезд. Уже он 10 минут стоит на улице, и он мне не отвечает. Я не знаю, как ему объяснить. Пиздец. Дэвид. Ау. Покажи футболку. Что? Антихайп. Брат, сделай громче саунд. Хочу, чтобы разъебало. Да, нашел. Давай, Дэвид, родной, звони, звони. Футболка называется «Вьетнам». Анархия, антихайп. У Николая спиздил. Бля, начинается. Мне подарили. Подарили мне, блядь. Что я сделаю, нахуй? Мне подарили две футболки. И кроссовки мне подарили тоже. Я на них ничего не делал, не лизал, ничего вообще не трогал. Мне подарила девушка из интернета, Ди звать, донатят мне, Вове, Каше, всем вообще донатят очень большие суммы, и решила мне еще и шмоток заслать, отметить 200 тысяч фолловеров на Твиче. Вот Слава КПСС шпану вообще четко будет. Ладно, в среду, короче, у меня будет подкаст со Стасом, как просто, 7-го, там еще будет кастинг рэперов с Лидой, надеюсь, с ДК, если это очень повезет, и с Вовой. А в воскресенье я, Лиза, едем в Москву коллабиться с Аванзоло.
Поэтому обязал его на там, ну, во всем быть, нахуй. Приколы будут. Фокусы и приколы. Лизал, значит. Ну, понятно. У вас, блядь, я и рыжий упер, блядь, и лизал, нахуй. Чат, где все остальные? А кого ты ждешь здесь? Ты думаешь, здесь что-то еще будет? Я просто так, если что, в названии написал стримеров всех популярных, самых с Твича, чтобы вы думали, что здесь что-то будет. Ты думаете, будет ИРЛ? Я просто посижу, попизжу так часа полтора-два, набью себе статистику, продам это, блядь, казино какому-нибудь, нахуй. И все. То есть, типа, ну... Если вы правда верите, все зашли, что будет сейчас какой-то контент, блядь. О май гарбл, Данила, как говорится. Когда клип? Да слушайте, хуй знает. Вообще, надо у Лиды спросить. Он нас ждет, мы должны карточку музыкантов сделать, блядь. Хотите покажу фотки, которые, блядь, нам... Короче, мы трек лейблу продаем, вот этот вот, про шпану. И деньги с этих продаж пойдем в приют собачкам относить. И надо, чтобы, ну, короче, нам деньги заплатили за это. Мы, ну, короче, мы полностью, весь банк, который нам заплатят за трек, мы там 1300-400 понесем, короче, собачкам в приют. Вот. И нам сказал лейбл, что надо сфоткаться на карточку музыканта. Вот посмотрите, блядь. Сфоткался. Я Дора, я есть Spotify. Блядь, что не видно? Фокусируй. Ну, блядь, во. Как вам рожа ебаная, блядь, это вот? Карточка музыканта, блядь. Rape me, my friends. Я еще без шуток, похуй. Если мне, блядь, как сказали, блядь, сфоткаться, так я и сфоткался. Мне сказали, ну там надо, короче, горизонтально, вертикально, вплотную, чуть подальше, чуть подальше. Ну, блядь, я и сфоткался, сейчас покажу. Вот. Такая, такая, такая. Так что ищите меня, блядь. Ищите меня на всех саунд-площадках, блядь. Там VK Music, блядь, что там, Spotify, там VK Music, нахуй. Вот такая. Я даже потом альбом выпущу сольный, нахуй. У меня такие же картинки будут стоять. Поебать абсолютно. Рок-н-ролл. Так а чё, мне, блядь, все через годик уже откидываться пора, блядь, 27. Поэтому, блядь, куда уже, нахуй. Я уже все повидал, все посмотрел. Были гости. Да нет, ждем, блядь. Девушка пошла что-то, блядь, в магазин купить. Сказала, что что-то хочет чем-то удивить меня, блядь. Какую-то вина сейчас притащит Санта-Стефана, нахуй. Буфань, ты солевик, нет? Я могу доказать. Если будет доебка откровенная, блядь, могу сходить и сдать все анализы, блядь, чтобы посмотреть. На СВО лучше задонать, гаденыш. Гадьёж? Смотри, на СВО поддерживает вся остальная Россия, мы в том числе. А собачек бедных в приюте, я вам сейчас покажу пару видео, как к ним относятся, да, некоторые люди, блядь. И у вас, блядь, эти братан, ты в душу копни, нахуй, этих собачек, у тебя слеза навернется, я тебе, блядь, ставлю, нахуй, зуб ебать. Поэтому, блядь, надо тоже поддержать собачек. Пойдем, блядь, ну, вот знаете, есть такая тема, что когда мы туда придем, мы будем их кормить, там, вот это все, вот, отдадим им деньги, там, на еду, на корм и там прочее. И они будут смотреть щенячьими глазками такими, блядь. Ну, не удивляйтесь, потом у меня здесь 5 собак, нахуй, будет. И друзья дебилы. Забери собачку. Да я на съемной хате живу, какая собачка, блядь, не, пиздец. У меня кот, мне вообще не разрешали его изначально. Баба. Кто-кто? Кто? А, привет, Дэвид. Йо. Проходи, братан. Слушай, здорово. А ты где-то долго в магаз заходил? Я. Смотри, сейчас ко мне девушка придет. Давай я тебе быстренько расскажу. Ты, да, Ага. Ну, раздевайся. Короче, Дэвид, смотри, у нас сегодня с тобой очень важная задача. Мы сегодня с тобой будем угорать. Фокусы и приколы делать. Я друзей всех выгнал, будем с тобой. Присаживайся. Это и здесь все... Да, вот, ребята, вот все пишут. Они уже там же. Да, вот мы с тобой, все, мы уже в прямом эфире.
Вот, ты можешь поздороваться с ребятами. Hello, what's up? Ну, они меня слышат? Да, слышат, слышат, слышат. What's up, what's up, what's up? I speak only English, guys, you know? Are you ready? Вот, все пишут тоже what's up, hello, короче. Йоу. Короче, с Дэвидом мы уже знакомы давно, вы тоже. У Дэвида есть свой YouTube-канал. Ну, сегодня модерация будет его кидать в чат, поэтому подписывайтесь обязательно. Он обучает английскому, он свободно разговаривает на английском. И, ну, короче, это честно вам сказать, это лучше, чем в школу ходить ебаную и учить все это. Дэвид все внятным языком, блядь, ну, учит, и вы учитесь с ним быстрее, потому что вы разговорным занимаетесь, это быстрее, чем вот вы пишете там A, B, C, нюхай, пиши, блядь. Все, поэтому обязательно, я еще скину ссылочку, покидаю. Короче, ребят, ну, можно добавить? Конечно, конечно. Ребята, смотри, именно диатески, тот, который разговаривает на английский язык, это очень важный момент сейчас. Вы очень уже долго изучите английский язык. Пора уже разговаривать. Ко мне надо просто практиковаться, как слушать, как писать, как разговаривать и как именно читать. Главное, чтобы коммуникация. Можно ошибаться, ошибаться всегда можно. Я знаю, в школе я сказал, нельзя ошибаться, но со мной обязательно надо ошибаться, чтобы я могу исправить это разговор, чтобы вы можете разговаривать свободно на английский язык. Это очень важный момент. Поэтому, ребята, именно подпишись на мой именно канал или мой инстаграм. Я везде тоже, поэтому... Я, смотрите, Модер, я вам сейчас дам ссылочку еще раз. Что еще раз? Открой дверь. Сейчас открою, секундочку. Сейчас покидаю ссылочку. YouTube, да-да-да. Да, YouTube. Сейчас я тебе отправил. Ты кидал? Да. Вот это, да? Да-да-да. Это? Да. Угу. Вот. Модеры, пожалуйста, тоже сохраните, короче. И подпишись, скажи. Обязательно подписаться. Подпишись. И колокольчик поставить. Физди. Обязательно, ребята, заходят. Обязательно, пожалуйста. Сюда, просто подпишись. Физди. Весь сердечки ставят, тебя прям любят. Hey, what's up, bros? Who speaks English here? I just want to speak English with everybody. If you know how to speak English, you have to talk to me. I want to help you speak English. I want to help you get your slangs well. And I want to help you know what you're saying. For those that speak English. Да, таски то, который не понимаешь, что я говорю. Просто, если ты умеешь английский немножко, давай со мной просто общаться и разговаривай. Охуенно. Смотри, короче, сейчас ко мне пришла девушка, а потом мы будем... Ты смотрел фильм или мультик «Охотники за привидениями» Ghostbusters? Ну, окей. Вот, мы сегодня отыграем сценку небольшую такую, когда пойдем засасывать пылесосом. Хорошо, хорошо, давай, давай. Так, сейчас я открою девушке дверь. Так, вот так сделаю. Ага, там... А уже выключить, да? Не-не-не, там все идет. Еще сейчас что делать? Только... А, все. Привет. Алло. Привет. Да, подходи, пожалуйста. Извини, я просто пока убирался. Как доехала? Нормально. Прикольно выглядишь. Спасибо. Классно. Ну, проходи, раздевайся. Это мой друг Дэвид, он сейчас поедет уже. Дэвид, а могу попросить тебя отлучиться со мной? А, да. Да. Вот, попало. Hello. Hello. Привет. Проходи, что вы. Просто мы досидели что-то. Это Дэвид. Это... Настя. Nice to meet you, guys. Присаживайся. Как доехал? Нормально. Ну, здорово. Я просто подумывал сделать, короче, сначала с... Да, ладно, сейчас расскажу, короче, что... Сейчас я провожу, не против? Да провожай, конечно. Все, пока. Так, ну рассказывай, Настюха, шприц тебе в ухо. Йоу-йоу, хуяк. Ну чё, как ты там напердолилась? Долго ехала, пиздец, скажи. Да, не, я просто немножко в шоке, что ты находишься. Да, хочешь повешу куртку? Давай. Конечно. А где твой кот? А?
где твой кот? Ой, ну что-то плохо сегодня, он что-то плевал целый день, и я, короче, он спит сегодня. У вас что-то девчонка живет, да? А? За девчонкой снимаешь? Нет, сестра иногда приезжает. А, нифига. Ну она иногда приезжает, она просто, видишь, сняли, как бы купили родители. Ну мы платим за нее еще ипотеку. Получается, как будто бы сняли. Собственно, так это. Фух. Мы с Дэвидом просто ютубчик смотрели, угорали. Mm-hmm. Как тебе, Дэвид? Крутой, да? Нормально, да. Пойду? А? Да. Мы с ним вместе в армии служили. Пиздец, помню, нахуй тоже такие дела, блядь. Ой, какой-то год-то был уже, так не вспомню. 2014, короче. На Донбассе с ним вместе были. Ой. Ну, служили. Ну, мы там нормально, мы в пограничниках были, там ничего нормально. Просто познакомились, он вообще на корабле приплыл. Не один. Не на плоту, короче, а в общем на большом крейсере приплыл к Донбассу со своей командой, то есть они с Южной Африки. И такие, типа, мы хотим просто услужить России. Ну, и там наш командир такой, да ну нахер, типа, ну такое не может быть. Они что-то созвонились, договорились, потом поняли, что он неправильно просто рассказал информацию про себя, что они должны были там служить. Ну и, короче, мы с ним вместе там с рогатки, блядь, белок хуярили. Нифига. Да. Давно же в России живет? Он в России, ну вот с 2014 года получается. То есть у него прям гражданство есть? Да. У меня просто тоже есть друг, один чернокожий, он, короче, этот ищет. На фиктивный брак. Темнокожий, да. Если девчонку, он на фиктивный брак постоянно ищет. То есть он спокойно с гражданством живет, без брака, фиктивный. Все такое. Просто живет, и все с ним хорошо. Не, ну он тоже хорошо. Ну хорошо. Я про то, что не каждый гражданство спокойно. Ну да. Так он еще, он референдум в Крыму делал. Это что? Ну, это когда решали, чей Крым будет, Дэвид решил, что он будет российский. И он там референдумом всем там ходил, вот так вот, бам-бам-бам, налево-направо, вот так вот. А ты считаешь, чей Крым? Конечно, русский, российский, обязательно. А ты по-другому считаешь? Да, мне кажется, украинский. Ну, отняли как будто... Ну, слушай, отняли, а что, блядь? А, слушай, вся история что-то отнимают. Ну, история пишет победителями. Не нравится что-то, ну, сиди дальше, пыхти себе там в очко, в анус, не знаю, что ты хочешь, блядь. А если хочешь, чтобы твое было, ну иди забери, не можешь, все, это не надо в ее будет. Ну да, ну, и политика, все. Да. Конечно, политика это отдельная история, Россия чемпионка просто и все. А что такое у тебя? Да. Вот это вот. А, это я же аниматором еще, ну как бы не аниматором, я снимаю аниматоров, фоткаю. Угу. И это костюм вот мне на, короче, на съемку. Да. Да. Это как проработка, да? А? Проработка? Ну да, я вот монтирую им потом фотографии все. Как бы фотку, ну как подработка, наверное, даже, ну, это хобби больше. Даже не особо подработка, я с этого не так много зарабатываю. Это так чисто по приколу, мне нравится просто фоткать, где-то камера была, кстати. Это снимать всякие эти гадости, шалости там эти, блин, да. У меня один раз было такое, что я порнуху снимал. Ой. Это вообще, куда идем? У тебя такая хата классная, я была в таких, типа, как я съехала от родителей. Ну, лет 5 точно я такой не видела. А ты сама живешь, снимаешь что ли? Я снимаю. Вообще с Комендантского проспекта, ну, потом все как съехало, так и съехало. Проебал камеру, ну ладно. Фух. Ну, я, в общем, да, по комнатам там все равно живу. То есть пока вообще нестабильно. Ну, сейчас я вот приехала на Владимирскую, это прям чисто старая питерская комната. Вот мне, честно говоря, так плевать, что там есть длинный камин и консьерж, то есть там... Стремно. Там холодно, этих условий. Ну, как бы к этому привыкла, но... Не, вообще постоянно классная комната у вас тут. Спасибо большое, очень приятно. Сам обустраивал ремонт. Ну, я ремонтик давно здесь уже был сделан, но сейчас вот я думаю, да, фасадную работу сделать. Хочу себе золотую арку захуярить, короче. Вот тут? Ну, да, здесь золотую арку и снаружи. Ну, фасадная работа. А у тебя на балкон можно выйти там покурить? Покурить? Просто выйти. А, конечно, пожалуйста. Интересно. Ну там холодно только. Умница, офигеть. А, это диван большой. А? Диван большой у тебя. Ну класс. Спасибо большое. Как ты поняла? Что он большой? Да. В смысле? Ну как ты увидела? Ну я посмотрела, он же просто большой. Что, реально большой? Да, он огромный. Ну просто говорят, что маленький. Нет. Нормальный? Офигенный. Все, что надо. Ну, узкий, широкий там. Не, он большой. Хороший? Класс, да. Спасибо большое. В общем-то, вот тут клей у меня есть. Что, распыхаем через пакет? Сейчас мы можем раздуться, как говорится. Ну, а ты чем занимаешься? Я пока
безработная. Сейчас... А учишься? Я отучилась. На кого? Я на парикмахер отучилась. А, парикмахер, прикольно. А ты сама это делала, да, стрижку? Да, да. Я пока еще на лысо постригла, сейчас инфосайд, это просто простригла. А, у вас только... Ты на пару уроков сходила, что ли? Только на лысо научились? Нет, это просто что-то год назад. А, это зимой случилось, я еще допустим, постриг на лысо и все. Ну, короче, да, сама постригаюсь. Ну, я отучилась, получается, 4 года, сколько там, 5 лет назад. Ну, 19 закончила, и все. И начался мой довольный путь. Ну, типа, я еще только не стабилизировалась, я еще в этом процессе понимаю. А тебе нравится работать с парикмахером? Я никогда не работала. Я просто тучилась и все. А, ну типа для корочки, ну, просто да, пошла, да, на цель. Мне было 16 лет, да. Ну понятно, что там ты думаешь, да, там сидишь, тебя предки гонят туда нахуй, а что ты хочешь, не спрашивают. А вообще можно было и спросить 16 лет-то. Ну да. Все-таки 16 лет уже взрослый человек, считай, можно делать что хочешь, вообще что угодно. Слушай, выпьем, я сразу спрошу. А? Выпьем? Выпьем, да, но сейчас попозже мне доставка должна прийти. Как без проблем. Ну, короче, я просто сейчас поняла, я, ну, в этих, знаешь, нестабильная мысль постоянно. А что, почему? Ну, я вот думаю, почему так ничего не складывалось, а потом для себя, знаешь, недавно поняла, что я вообще... У меня мозги были не такой заточены, я постоянно думала, как я вот съехала, вообще не о деньгах, не о жилье. Я думала о том, как свои какие-то правила вообще по жизни сделать в комнате, mm-hmm. там. Ну, знаешь, у меня была мать, она тоталитарная. То есть, чтобы её... Она со времен Сталина еще, что ли? Она учитель русского языка и литературы, понимаешь? О, наша. То есть, знаешь, первое, что когда я съехала, это я вообще была помешана на каких-то там уборках, на полочках, на рассосовочке. То есть вообще мысли были другим забиты. То есть когда, знаешь, там у меня тоже отвали на подработки, на какие-то работы устраивалась, вообще все не шло. Я, получается, год назад ушла, я работала администратором. Ну, я что-то просто не вкатила. Я думала, это вообще лучшая работа, хотела там развиваться, типа, думала потом тебе. О, доставка, кстати. У меня ламода пришла. Ну, не ламода, там. Здравствуйте. Да, не работает звонок. Проходите, пожалуйста. Да, да, проверить. Можно будет? Можно будет? Да, 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 конечно. Ну как будет? Тут входа. Ну сейчас я проверю. Ложка, извините, сейчас. А у вас терминал для перевода? Лучше переводом, либо по QR-коду. Все хорошо? Хочешь, сейчас, сейчас, справа. Можешь, боже? Хорошо, походите. Походом можем, да? Прикольные вроде. Вроде норм. 39 800. 39 800? Да. Сейчас. Давайте по проходим. Это какой-то пранк? Это вы вопрос мне задаете? Вы оплачете? 39 800 просто. Просто уберется же? Не знаю. Ну просто... Как бы, а мне что делать? Я извиняюсь, просто мне как бы... Ну, либо вернуть кроссовки, либо отмену просто, либо вы сообщаете то, что... А что мне это делать сейчас? Не знаю. Вы шутите? Вы, ну, прикалываетесь? Ты прикалываешься. Мне просто сейчас не смешно. У меня, в общем, зарплата такая за месяц. Меня просто это не устраивает. Просто коробка. Я тебя узнала. Может быть. Ты заводишь, да? Просто Федерико.
Ебать, я его наебал нахуй. Все. А? Думаешь, это какой-то пранк, да, был? Нет. Кроссы халявные теперь, пиздец, 38 кусков. Это блоги. Чего? Можем пополам попилить кроссы. Он тебя сфоткал, что ли? Отправил тебе? Это какой-то пранк, скажи. Нет, это просто постановка. Постановка. Мне вообще не смешно. Почему? Постановка же. Ты записывал, что ли? С кроссовками. Все какой-то рофл, да? Мут. А? Это какой-то рофл все, да? Ты записывал? Да нет, я правда хотел пофлексить кроссы. Нет, просто это же блогер. Каша? Да, это блогер. Ты его знала? Да. Я это сразу поняла. Ну, он принес мне кроссовки, я его наебал. Я поняла. Просто это какое-то явно замешано, да? Нет. Нет, это типа стрёмно. Но если ты все это снимал... Нет, я кинул его на кроссы просто и все. А почему блогер тебе принес кроссовки? Это его кроссовки. А почему он тебе их принес? Потому что он мой знакомый. Ну, я его знал ранее, мы с ним норм общались. Теперь у меня кроссовки пиздатые. Если ты меня снимал, это все очень некрасиво. Я понимаю, да не переживай, присаживайся. Какой-то правда. Нет, я буду в интернете как дурак. Нет, я кроссовки на 38 кусков спиздил. Блогер кроссовки. Ты его знаешь? Да, я его сразу узнала. Бля. Это все выглядит, я же показала, я даже тебе открыла, что это каша. Да ну нахуй. Я сразу... А ты его видела уже в интернете? Ну, конечно, его знаю. А ты его смотришь? Ты ютубер, да, какой-то? Габар, да, это я Габар. Нет, в смысле, я просто... Я просто знаю, я сижу также в ТикТоке, я знаю, кто ты такой. Ну это, блин, все очень сложно. Так мы у него кроссы с тобой напиздили. Я понимаю. Давай, Петюня. Ей. Не очкуй. Я сейчас в интернете как дура, да, окажусь? Что вообще? Ни в коем случае. Мы наебали кашу с тобой. Почему тебе блогер принес кроссовки? Потому что он принес свои кроссовки, но принес мне продать их. На оплату. Я должен был покупать. Почему? Откуда ты его знаешь? Давно мы с ним с детского сада, ну, со школы. Ну, мы правда схлопаны со школы. Ладно, это все очень странно. Или там ничего не снимает? Могу показать. Покажи, пожалуйста. Пожалуйста. Я просто не хочу понимать, потому что это казалось, что там понимаю. Девка повелась на что-то, развели там девку или тут, ну ты понял. Да я понял, конечно. Ладно. Да, она же лагает. Ну сейчас второй включится. А, ну видишь, меня даже подвисает. Ну кроссовки-то пиздат спиздили у меня. А не пиздат, я не спорю. Может, на кухню пойдем? Можно на кухню пойти. А все это за то, что ты не торчал, блядь, деньги нахуй. А какие? Какую он обувь? Он твои кроссовки что спиздил? Он их кроссовки забрал твои? Ты чьи кроссовки забрал? Это твои большие? Ну возвращай, давай, ладно, хорошо, поговорим, заходи обратно. Все, хорошо, я верну. Ты идиот, ты не мои кроссовки взял. Это не мои были, честно. Давай. Все, сейчас он подойдет. Не очкуй. Ой, блядь, да уж, ну и денечек, конечно, блядь. Мне попался именно такой. Отлично просто. Именно я теперь крайний. Хорошо, да, супер. Класс. Ну вот этот блогер Вова Каша, блядь, пиздец. Это что труба? Это твой телефон?
Интересно. Ладно. Ладно, проходи, ты, Вова, тебя знает девушка, она тебя смотрит. Вова Каша говорит. Это не мои кроссовки. А? Это не просто мои кроссовки. Ты ее стащил? Кроссовки? Ну, те, что взял. А, замечательно. Блогер Вова Каша спиздил женские кроссовки. А потом что ты с ними делать будешь? Она что, босиком пойдет? Давай. И как ты? Это не ее кроссовки, ты посмотри, какая лапа здесь. Ты что, смеешься, что ли? Джордан. Она Джордана не носит. Это Nike. Найки? Ну, по-моему. Точно не твои кроссовки? Ну, блогер Каша, блядь, ты попался. Хитрый. Нормальные кроссовки, а тебе даже лучше, типа. Они зимние. Так а хочешь, я тебя забираю? Так они новые, кстати. Нет? Ну, типа, ну, чисто примерка, заебись, вот, чисто вот так. Да, не, бро. Ну, вот, как это, типа, со стороны выглядит, типа. Ножка, ну, сидит, стоит. Угу. Не, иди посмотри, правда. Ну, так ты правда неплохо? Ну так, ты если второй примерить, вообще заебись. Я просто не понимаю, правда, в чем проблема. Типа, ну, кипарик чисто от компании можно, типа, подарить. Это ваше? Это мое уже. Угу. Ну, и объективно, ну, типа, сидит, стоит. Ну, вообще норм выглядит, правда. Ну, походу, не нравится. Тебе не нравится так, как будет? Так. А вот если не нравится на гусе, который... Ну, а что, по мне? Кроссовки ее. По мне так хай-фэшн полностью. Короче, слышишь, Каша, ты походу, слышишь, ты мало того, что наебалово снимаешь, так ты еще и наебал эту подписчицу на обувь. Это ты наебал клан Сопрано. Ты взял просто кроссовки, украл, блядь, ну. Это те кроссовки. Ну откуда у меня другие, ёпта, ну вот мои родные, блядь, ну а я-то при чём тут, блядь. Давай тебе Вова Каша отдаст свои кроссовки. А ты чё, проебал её, пока бежал? Это... Ну, блядь, ну... Чё, что было, то нашёл, блядь. А ты с кого эти снял? Ну, там были, блядь. Эти я посмотрел, типа, ну, они не 139-800, как те. Заебись, на ноге не сидит нихуя. Тут только со стелечкой ортопедической. Ну, Настя! Смотри, какая лапа. Настю! Вот это 34-й размер. У тебя какой размер? Так, всё, блогер... Хватит вот там деньги за такси, просто пойдёт. Нет, во, блогер Каша, иди ищи тогда ее кроссовки. Это вообще не смешно. И все, иди ищи ее. Да мне не смешно, типа. Ну. Гуся, на гуся налезли, если что, Джорданс, Найкс. Ну так. Мне не надо никакие деньги, мне не надо деньги. Тебе не кроссовки, может, ты будешь там. Все, мне не надо деньги. Так, блогер Каша, иди ищи кроссовки. Ее эти забирают, это не наши кроссовки. Так, верни моей девушке кроссовки. На, за коробку свою, блядь, сраную, иди ищи. Я не буду. Пожалуйста, блогер Каша, она потом напишет это. Всякие гадости в комментариях тебе. А ты напишешь ему комментарий плохой на ютубе? Пиздец тебе, иди быстрее нахуй. Мне все равно, мне нравится моя новая работа, мне на это ютуберство похуй. Я сижу, раздаю кроссовки. Ну вот первый раз попался мудак, блядь. Который просто берет нахуй и надевает кроссовки и валит нахуй. Я хотел наебать тебя, я узнал тебя. Ты меня хотел наебать? Да. Ты хуйло. Я тебе сейчас бубен пропишу. Чего? Я тебе сейчас бубен в GTA 5 RP пропишу. Хорошо, сейчас ты у меня закачаешься нахуй вместе с ним. На нахуй! Давай, давай, сейчас закачаешься нахуй. Ты хуйсос, я сейчас сам накачаюсь, тебе, блядь, не повезло, блядь. Мы сейчас спорт пропагандируем. Ни в коем случае. Настя, а блогер Каша говорит, что он не хочет возвращать обувь. Пиздать тебе сейчас комментарий, она дизлайки ставит, хуярит тебе, сидит с левых аккаунтов. А если она ментов вызывает? Ну пизда нам. Ой, блядь. Как решать будем? Не знаю. Я почитаю. Насть! Насть! А тебе обязательно твои кроссовки? Ну, ставки есть, ибо все. А что ты с моими кроссовками?
Кроссовки. Я вот, ну, я не понимаю предъявы. Взял кроссовки, отдал кроссовки. Ты нюхал? Причем здесь я, ну, я не знаю. Ты взял кроссовки. Я взял кроссовки, отдал кроссовки, все. Так это не те кроссовки. Это Nike Jordan. У нее были не Nike Jordan. Так, блогер Каша. Если ты сейчас не пойдешь искать, то я пойду. Это мои кроссовки. Ты 39 800 отдал? Тысяч. А теперь послушай, что это ты. 39 800 300 можно за рубли. Хорошо, Настя. Пообщайся с блогером Каша. Я сейчас, сука, сам. Но если я найду, то тебе кранты просто. Нормальные кроссовки, кстати, блядь. Точно не хуйня, я понял, блядь. Кстати, блядь. Заебись. Дай мне похуй на работу, блядь. Меня, блядь, с этого ютуберства и стримерства также кикнули, блядь, за кроссовки. То, что с пиздью, блядь, какой-то этой пизды, блядь, голубоволосой. Да мне и похуй, блядь. Да мне и похуй, типа. Умный человек везде работу найдет. Да мне и поебал, типа, в принципе. Мне поебать. Спиздил и спиздил, блядь. Я тут при чем, блядь. Типа. Эти? Да мне и похуй, блядь. Какие там эти... Эти зимние. Так, все, блогер Каша. Обменяю на летние. Эй! 52. А нет, нихуя. А нет, нихуя, это только с ногой. Я тебя не потрахаю сегодня. Глупый блогер Каша. Так болит? Нет. А так? Чуть-чуть ниже возьми. По три. Да, да, да. Я всегда знал, что ты плохой блогер. Настя, помоги, а. Давай я тебе сейчас возьму зимние, а летом верну типа вот эти. Так, в следующий раз возьму. Помоги. А? Не-не, снять-то я могу, подрочим, пока я снимаю. Ладно, ты можешь подрочить, она может снять. Эти мне большие, давай другие закажи. Да, эти мне не подходят. Ты знаешь что? Очень плохо поступил. Ты мало того, что мне свиданку сейчас испортил, а я рассчитывал на крупничок сегодня, на крупник. Ух, ебать, блядь. Не завидую твоим кроссовкам, но... Чего? Я их продам дороже, дебил. Ты меня Настюху спугнул. Она-то сейчас в своих ушла кроссовках? Не, подожди. Это ее кроссовки. Настюх, давай потроллим его. Ну, у всех было взлеты падения. Курьер был, курьер был. Настя! Да ёб твою мать, хуя себе, блядь. Настя! А ты задержал дыхание, когда я кроссовки снимал? Ну, это пизда. А ты нахуя работу-то устроил сюда? Ну, ёпта, блядь, иди, блядь. Не получается, это не мое. А что ты YouTube? А что ты YouTube забросил? У тебя на YouTube роликов год не было. Год, блядь, год новых роликов не было. Почему? Так я делаю просто, завтра будет. Во сколько? Ну там когда. Немножко доделал. А что там за контент-то будет? Еще не придумал. Я просто охуел, мы сидим с Настюхой, уже целуемся, ебать, ты заходишь такой, нихуя здрасте, я думаю, ебать, Вова Каша, я думаю, прикалываться на тобой. Понравилась ему просто девка. Хули с него взять, блядь. Сейчас, секунду, гляну, что вы там пишете, гадости какие. Ну, это такой, да, пранк. Следующий, ой, ну, это отыгрыш просто плохой. Ну, типа, актерская игра.
Вот все, если что, закадное, ну, заказное и так далее. Там потом с Марком Булохом просто будет это на Ютубе. Завтра там будет вот как раз таки про ролик, который я говорил. Нормально, короче. 3000 ей скинул, блин. Сказала, такси вызови, и все нормально. Она сказала, что ее прикололо, что она тебя увидела. Она хочет твою фотку. А, так я пойду. Да не, она все нормально. Она ушла? Не-не, стоит там. Так, бота не надо приносить. Очень, да. Сейчас перекину. Сейчас фотку с геопозиции сделать. Нет. Сейчас, я по. Come in, guys. Have fun. Так, ну это разминка была. Теперь приступаем к основному. Так, Вова, сейчас. Ой, Валер. Извини, Валер, да что мы с Вовой общались сейчас. Да ладно. Dude, my phone. Yeah. I was like, yes, my phone. Сейчас на тебя едет, ты должен встретить. Да, 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 я уже все знаю. Ну съебитесь тогда. А еще вообще. Подожди, еще 10 минут. А, окей. Ну что, ну хуёво-то что узнала, конечно. Хуёво. Ну узнала, ладно. Да? Ну что сделаешь, блядь? Вова слишком... Популярный, попюля. Популярный, да. Модераторы, сейчас получше поработайте. Осуждаем в некотором моменте в чате. Максимально. Да, кстати, это... Хуйню не несите. Да, запрещу. Никакие там эти гадости не пишите в чате, блядь, плохие, которые могут как-то... Пермач вам забанить. Да, гадости. И еще раз, уважаемая модерация, пожалуйста, на YouTube Дэвида срочно ссылочку в чат, ребята, подписываемся, учим английский. Блять, на халяву вам ебать, а если, блядь, кто-то хочет персонально поработать, то еще и, ну, надо будет занести Дэвиду абсолютную денежку. Дэвид, а сколько у тебя курсы стоят обучение английскому? Бывает. Есть абонемент, также есть разовой. На развод есть? На развод! Вот нам надо развести. Развод! Что ты делал-то? А, да. А ты можешь... Да, хотя я тебе... Дядочки, которые сюда... А, все. А ты сможешь очки снять на время прикола? Могу, блядь. Все, ну, я там... ну могу, блядь, 8 минут. Да, ты в них. Так, огнетушитель. Да, достаем. 500 рублей. Там. О, 500 рублей. Добавь. Он работает, вы знаете, как его активировать? Спасибо. Огнетушитель. Это что было? Она мне, блядь, до 30 этажа докинула ко мне. Да, ну и девушки пошли. Ну я ее не догнал, не нашел. Типа, почему она не попросила просто фотку? Она засмущала. Бро, а я не могу найти дело. Я искал, подожди, она, видимо, забила пульт поехала. А, да, в пакете там, в большом таком. И через сколько девушка будет? Через минут 7-8. Мы же все снимали. А, Влад, тебе вообще на стрельбе валится? Я, мне что, мне легко тут. Ну или здесь, как там? А шляпа есть? Какая нахуй шляпа? На голову. Зачем? Я же... Вот так будешь в этом все. Бля, тут где-то высохло, где-то не высохло. Ну похуй. Что? Тут где-то высохло, где-то не высохло. Зато пахнет хорошо. Это уже плюс. Короче, смотри, пылесос, не душить, камера, не молоток. Да. Сюда. Ух, пылесос. Да, надо трек на телефон будет обязательно какой-нибудь. Ghostbusters! Да, сейчас. Так, сейчас на Валеру же, да, слепо? Сейчас на Валеру, девушка. 4 минуты. Иди сюда. Опа. За что? Походу, там разборки. Это ошибка. Там звук какой-то. А, да, блядь. Надо... Сейчас я Владу еще скажу. Ага. Вот так. Влад, я оставлю тебе телефон. А, как... Пароль мой день рождения. Ну, ты помнишь, 25 на 7.
Давай запишем. 25-04-97. Ты когда начнем гонять? Угу. Завиралаш. Включаю, включаю вот. Вот Владик, Владик. А у тебя... Ты вообще розовый не... Дома. Блять, урод. Все, я понял. Илюш, ты тут? Илюш. 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 Илья. 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 Илья! А, у меня... Я долбан. А почему у меня соединил... Бля. Брама, дай ремень. Алиса, включи Bluetooth. Брама. Что, ёпта? Дай ремень. Мне нужен ремень. Ладно, у тебя есть ремень? Сейчас. Да так тупее еще. Нет, осуждаю, если там что-то было. Он сказал, блядь, Валер, ты идиот. Тигр, тигр, живой настоящий. Мой брат тигр. Тигр сказал, идиоты. Тигр? Да. Какой, амурский? Уссурийский, я же уссурийский. А, уссурийский тигр. Он меня спросил, какое животное это тенное. Я говорю, я тигр. Влад, был рейд от Коли Никоглая, когда? Да, был. Был? Был. Спасибо, Никоглай. Спасибо. Теперь это будет, теперь будет вечно 4000. Минимум. Спасибо. Так, Илюша. Вот, слышу. Илюх, смотри, ты можешь, пожалуйста, когда свет будет включаться, включать, когда свет начнет играться, включаться, выключаться, какую-нибудь страшную музыку, то есть еще на колонке у меня. Окей, сейчас включу. Окей. А было бы идеально, когда мы заходим, ты еще включил бы саундтрек из Ghostbusters. Варик? Ну, он сразу поймет тогда, если бы здесь включится он. Вы понимаете? А, блядь, а так она нахуй во все это поверит, да? Ну ладно. Парни, ну... Просто нет, если вы зайдете со своим каким-то, например, музычкой, то она поймет, что я не при делах. А, хорошо, ладно, хорошо, Илья, не надо, Илья, не надо. Когда только свет включаться, выключаться будем, так только включать. Дэвид, а часто ты выкладываешь ролики? Да, часто. Сейчас я вообще, у меня почти 5-6 роликов годов уже вообще. Ребят, на канал Дэвида. Давай. Все по-английски языков, все по иностранной жизни в России и так далее. Что там тресты вообще будут там? Бро, блин, брос и сестрой. What's up, bro? You guys go to my channel. I'm waiting for you guys, okay? Вот этот? Такая пойдет, когда мы будем, да, когда мы будем изгонять. Либо просто можешь какую-то музыку, ну, просто страшно звуки. Ты сейчас дождь вызовешь, тихо. Бля, кто из вас напшикался, гондоны? Я. Ты? Для девочки. А-а-а. Вот, мистер Крабик без панциря, я же говорю. А что это такое? Мистер Крабсик? Ублюдок, а? Вот уродица. Посмотри, уродец просто. Горбатый еще. Перешли этот гудок. Гудок это чтобы типа мы ищем, да, кого-то? Нельзя. Вот это нельзя, вот посмотри на него. Пока не надо, пока. Да. Пока не надо. Я сейчас тебя спрячу, подожди. Так. 3 минуты, я понимаю. Да, 3 минуты. Слышь, мелочь есть. Как зовут? Девушку. Погнали тогда. Да хуй знает, сейчас узнаю. А. Да рановато еще она в пробке стоит, еще 7 минут точно. Можно с Дэвидом пока поугарать. Дэвид, а вот оцени мой уровень английского. Let's go. Okay, let's try. How are you doing today? I am playing in Dota 2. Okay. Не было такого. Там просто самое простое, что можно сказать. Не It's okay. Было я просто можно. Okay. What did you do today? Что я не делал сегодня? Не переводи, потому что когда ты переводи, ты уже переключишь на русский язык. Okay. Вот, когда ты переключишь на русский язык, никак переключи опять на английский. So what did you do today? Просто отвечай, что у тебя ты знаешь. Можно ошибаться. Значит, это коммуникация. Как я как носитель уже понял, о чем ты хочешь говорить. So let's go. What did you do today? I am sit down. Okay, you sat down. Okay, what sit else? Down. You play with your telephone? No. I playing in Dota 2. It's a computer game. Oh, okay. How was the weather today? What do you think about it is very rain. Yeah, well, a lot of cold snow. Weather. Yeah, very cold weather. What did you eat today? What did you eat? I ate past tense. Soup.
You add soup. What soup. Type of soup? Type. Borsch. Wow. Oh, куриное. Куриное. I like куриный soup, actually. Yeah. Traditional Russian borscht. But anyway, one last question. What do you do in your free time? Free time. All day, all night playing computer. See, computer, right? Yeah. Typical Russian streamer. Okay. Playing computer and doing nothing else. Okay. I see. Чё, нравится английский? Учи, блядь. Вот так звучит. У тебя, вот ты как будто звучишь как профессионал уже. Of course. А у него как, он нормально разговаривает? Не, нормально. Чё? Yeah, my guy, my guy. He speaks well. Speaks well. А дай заблокируй-ка мне телефончик, и дай-ка я попробую разблокировать его. Карманник, блядь. А ты знаешь английский? Вообще? Ну, так же, как я? Это уровень вот наших школ ебаных, блядь, 9 классов. Я думал выучить английский, потом такой, зачем? Ну, я просто забуду, банально. Я же... Да я не думаю, что забудешь. Забывается? Да, нет, конечно, YouTube, 50% YouTube на английском. Там, вы их смотрите. Ну, это у тебя. Ага. Так, там Мистер Бист, я только смотрел зарубежного. Раньше PewDiePie что-то смотрел. И, ну, Мистер Бист, блядь, теперь переводится на русский, правильно? Crazy, man. Я? Тысячи? Откуда просто? Yeah. Я ребята. Был на 2, я был на 300 что-то, what the fuck. Ребята, спасибо, спасибо, я вижу, блин. Еще, let's go, what's up? What's up? Ребята, 1000 человек почти подписалось на Дэвида, давайте захуярим ему сколько по максам, блядь, сколько let's сможем. Let's go! А Дэвид к нам будет чаще приезжать приколы делать. Фокус и приколы. One minute. Все, так, уходим. Change costumes. Да. Все, супер. Отлично. Здорово, парни. Все, Валеркинс. Я готов. Напукал жестко. Нет, я не пердел. Это у меня просто воняет из сраки, по-моему, да? Я дырка, она у меня просто уже хлябает, прикинь, я хожу, у меня очко вот так просто. Да? Оно то широкое, вот такое вот уже разъебанное. Там, блядь, у меня геморрой, блядь, 6 раз удалил. Серьезно? Ну ладно, 2 раза удалял. Но у меня было 3 узла, первый раз я удалял 3 узла. Наружные или внутренние? Уже все туда, блядь, вылезло. Да ну нахуй. Да мне уже лет сколько, ёпта. Нервяк ебаный. Мне кровоточит он, у меня язва, блядь, в кишке. Пиздец. Я же таблетки сижу, пью антибиотики. Давай этот. Смотрите, чё? Так, вот смотри. Тили-тили-бом, летит ночная птица. Давайте не под... А, кто мне звонить-то будет? Куда? Отец же должен позвонить. Да, отец. Кто? Отец. Браун, позвоните. Только ты трубки бери, хорошо? Я позвоню. Ты позвонишь, у тебя телефон с собой? Ну все. Идем, идем. Иди, я иду душить. Вова взял, иду душить. Не, у меня костюм тогда. Давай, хорошо. Ребятки. Поднял бабла, стали другими дела. А мы с вами музыку послушаем, да? Зель, заткнись. Я не Зеля. А кто ты? Я привидение. Привидение? А ты сексуальное привидение, женщина или мужчина? Женщина. С большой грудью? А ты где обитаешь? А можешь мне присниться? А я не могу показываться. Понятно. Ну ладно. Ты поласкал мою грудь? Я бы очень хотел бы поласкать твою привиденскую грудь. Ну... Круто вообще у тебя. Поцелуй мою кизу. Я поцеловал бы. А ты большой? Я 187 сантиметров, 87 килограмм, то есть у меня мышцы и, в принципе, все в порядке там внизу. А кликуха сися? Кликуха сися? Пфу, даже не думай, сися это лох, а у меня мамура. Ну-ну-ну. Вот так вот. А правда то, что ты заболел сифилисом? Неправда, я ничем таким не болею. У тебя спини закапывают?
хватит. Все, пошла возня ебаная. А может, пошел ты нахуй? Тихо. Камеру левее надо. А как? А я не знаю, как сделать это. А как сделать? Я не знаю, братан. Я не знаю, как ее сделать. Она же сама делается. Монитор просто поверни. Пизда! Монитор немножко поверни так, чтобы камера... Левее монитор? Да. Нет. Чё? Не в ту сторону. В какую не ту? Я не вижу. Ну, чтобы на дверку показано было. А, на дверку? Так всё показано. Всё правильно я делаю. А, ну я окошко... Заткни свою пасть. Я окошко, чтобы видно было. Блять, уродец. Чуть-чуть. Всё, тихо. Я рифмороба, доверяю только своим ритмам строка. Рифмую под скоростью, рифмую под стопом. Учителей литературы уделывал хип-хопом. Люблю большие загорелые женские жопы. Люблю лоха по щечкам, ладошками шлепать. Люблю громко топать, когда рядом спят. Я негодяй, так многие мне говорят. А мы делаем шумок. Сись, уйди, а. Так. А, сися. Все, let's go, guys. Будьте мозги ебать, блядь. Надо раньше нахуй настраивать. Да бля! Я понял. Я снюса хочу вкинуться, потому что я хочу какать. Homie, ты когда сай? Куда у тебя какой айфон? Блядь, богатый что ли? Держи. А, куда положить? Смотри, мы сюда повесим. Раз. Два. Нормально? Пойдет? Проходи. Сейчас. Это моя почивальня. Я тут сплю, ну не только тут. Сплю, ем, играю в компьютер. Кушаю Skittles. Да. А вот еще две комнаты. А? Еще две комнаты. Ну, вообще-то, да. Нет. Я снюс откинул, можно? Почему? Я просто... У меня курилка разрядилась, я не могу найти зарядку. У меня есть курилка. А я люблю... Хорошо, но я снюс тоже люблю. Скидываться. У тебя классные носки. У меня носков нет. Я надела. А у меня нет носков. Потому что мне теплее. Да? А у меня не холодно тут. Все нормально. Я замерзла. Сейчас курилку возьму, можно? Да. Damn, boy! You got a fat ass! Окей. Я не шарю за вашу. На английский не шаришь? Нет. Вообще? Давай за нами знакомиться. Меня Валера зовут. Очень приятно, Настя. Как дела? Долго ехала? Очень. В пробке? Сколько?
Сколько я ехала? Час? Где-то так. Да пиздец. Это. Ну, уже, наверное, ты мне адрес даже не тот сказал, да? Почему не тут? Все нормально. Нет. Да. Нет. Приехал. Смотри. Эти, как его, вся пробка это начинается вот это, станция метро и заканчивается вот это. То есть, грубо говоря, ты едешь 20 минут и еще 40 минут стоишь в пробке, блядь, в этой, где 500 метров. Вот. Что за курилка? Я напугался. Черт, курилка. Да я не люблю курилки, я сигареты курю. А так покупаю просто, потому что за компьютером сижу и как бы... Ну так, за компьютером сидишь, играешь, например. У меня два монитора. Зачем? М? Зачем? Для разных задач. Два монитора лучше, чем одна, как голова. Знаешь, одна голова хорошо, две лучше. Также и монитор. То есть выводишь, например, игру какую-нибудь, а здесь выводишь что-нибудь другое. ВКонтакте, например, или что-нибудь такое, или Инстаграм. Вот, и сидишь, попутно ты играешь, и можешь ВКонтакте там переписываться, отвечать. Круто? Супер. Что? Тебе по монитор подарить? Не надо. Мне нужен ноутбук. Зачем? Работу. А ты кем работаешь? Главным бухгалтером. Бухгалтером? Знаешь песню? Бухгалтер, мило-мило, мой бухгалтер. Вот он такой. Так чё? Ты пьёшь, куришь? Да. Сколько? Да. Здравствуйте. Александр, можете, пожалуйста, перезвонить мне буквально через час? Я интернет сейчас не могу настроить. Спасибо большое. Спасибо, до свидания. Звонил Александр из Skynet. Мне что-то с интернетом не нужно настроить его. Плохо работает. Вот. А я не хочу отвлекаться. Skynet. Угу. Знаешь, что это такое? Правда. Терминатор был еще такой, что-то там со Skynet связано. Я помню, маленький смотрел. На самом деле, вот честно тебе скажу, жить в квартире, типа, в двухкомнатной одному немножко непривычно. Я всегда в студиях живу. Ну, когда ты ложишься на кровать, и ты, у тебя все как бы, все под обзором, да, то есть видишь и кухню у тебя в одном, а когда ты, типа, живешь я сыкло немножко в этом плане, вот, потому что это гусь мой. У меня меньше. А? У меня меньше. Кто, гусь? Ты же девочка, понятное дело. У парней гусей обычно больше. Чем... Да? Вот с таким же? Да. И как? А у меня, видишь, он юбку надел. Немножко нетрадиционная ориентация. Да не, все с ним нормально. Он просто... Девочка? Гусыня, да. Стейси зовут. А у меня жадецкий. Жадецкий гусь? Угу. Так пиво прям. Угу. Ты любишь пиво? Нет? А почему назвала жадецкий гусь? Ну просто такая, думаю, как гуся назвать, такая, житецкий. Ну ты очень тихо говоришь. Ты в библиотеке работаешь? Нет, бухгалтер. Ну, а в библиотеке? Нет. Я себе не скажу, где я работаю. Почему? Потому что это секретная информация. У тебя допуск к секретным документам есть? Да нет, у меня просто три. Три работы? Три организации. Ты по математике шаришь, да? Ну, получается. Круто. Я просто математику вообще не алло, я только английский знаю. Молодец, а я не знаю. Да? Угу. Можно соединить, можно бизнес какой-нибудь замутить с математикой и английским. Английские вычислительные машины покупать, например. Круто. Грузинский учи. Грузинский? Зачем? Я никогда не собирался в Грузию. И грузинский — это не интернациональный язык. Без разницы. А ты грузинка наполовину? Нет, я русская. А при чем тут Грузия? Ну просто у меня два бизнеса связаны с Грузией. Людей отмазываешь от армии? Через Грузию? Нет. Просто была. Один ресторан. Ресторан у тебя есть? Я же тебе говорила. Ну, я просто до сих пор в ахуе с этого. А второй — это поставка в нефти в Грузию. Ну это есть. Топливо. Какое? 95? Нет, для самолетов. Так ты вообще типа бизнес-вумен? Ну,
Круто. А тебе сколько лет еще раз? 23. А, так ты взрослый. Ну, уже надо бизнес. У меня нет бизнеса просто никакого. У меня, то есть, только есть два экрана и компьютер хороший. И все, видишь, GeForce RTX светится красиво. Я сижу дома, да? Ну, не совсем, я на пробежку выхожу раз в неделю. По понедельникам. Но сейчас холодно, поэтому я не хожу никуда. Mm-hmm. Холодно, пиздец, ненавижу холод. Хочу жить в другой стране вообще. Не в Таиланде. А? Не могу пока что. Ну, надо дела здесь сделать, а потом поеду. Прям мне снюску маленькую. Так что? Что? Ты выпиваешь вообще? Не выпиваешь? Да. Выпиваю. Чё пьёшь? Чё, какой твой любимый напиток? Всё, что горит и прожигается. О, да? Пиво не горит, кстати. Ну, я иногда пью. Да? Я даже не пью, да, блядь. Отец. Да, пап? Нет, отец так часто не звонит. Раз в месяц мне, блядь, звонит, и он уже звонил в этом месяце. Ты галочку поставил, да? Ну да. Сейчас вам перезвоню. Тот, кому вы звоните, не отвечает. Попросите его перед вас. Понял? Он не хочет с тобой разговаривать. А, нет. А что звонит тогда? Он позвонил и понял, что... А, я же звонил в этом месяце. Наверное. На следующий год позвонит. У нас же в следующем месяце уже Новый год. Mm-hmm. Ой. Себе какой питон. Что у тебя еще есть? Я себе... Блядь! Да, пап! Алло, сынок, ты чего трубки не берешь? Я только что ответил. А, ты как? Нормально. Все нормально, пап. Все хорошо? Да, это уже... Один дома? Ну, не один, а дома? Что? Я дома, да. Дома? Все, ничего не беспокоит, там, то, что ты рассказываешь, что мы какие-то. Нет, пап, все хорошо. Мама беспокоит. Я понимаю, мама беспокоится, да, я пью таблетки. Не гремит больше, ничего, там, говорю, какие-то звуки, эти крики слышишь. Пап, ну сейчас вообще не, на самом деле неудобно, но бывают случаи, я тебе говорил о них. Да, это все, я думаю, что это все мое воображение просто. Ну, мама, сердце больное, ты не пугай, пожалуйста, сынок, будь человеком. Хорошо. Так, понимаешь, да. Уже. Папа, а я что сделаю? Типа, ну, если я, ну, слышу, что я могу сделать? Ну, вызови, может, кого-то, я не знаю, там. Да кого вызвать? Никого, у меня только психиатрическую. Хорошо, пап. Все, ну, ты главное, на хорошо все, да? Да, все нормально, не переживай. Давай, обнял, пока, пока. Короче, только не смейся. Интересная история, давай. Не смейся. Я тебе почему говорю про двухкомнатную квартиру, потому что я частенько, блядь, слышу какую-то хуйню. Постоянно. Типа, блядь, ну, я сплю в одной комнате, в другой комнате начинается какая-то вот пизда, братья. Я сплю с выключенным светом, то есть мне уже... Под сраку лет, ну я дядя уже практически, чтобы не бояться там каких-нибудь там всяких вот этих штук. Я никогда не верил в них, типа вообще. Но те ситуации, когда человек, ну когда я оставляю наушники здесь, ложусь спать, они вот здесь, а я один в комнате. Я реально пиздец. И как бы я уже подумывал над тем, чтобы, типа... Я уже обращался и один раз священника даже вызывал. Я это похоже на бред, но мне нечего делать. Ну, я, блядь, один в квартире, я, ну, человек адекватный, то есть я проверялся там и так далее. У меня нет ничего с башкой там и так далее. Но когда что-нибудь щелкает там в квартире, на кухне я выхожу, там, блядь, никого нет. Ложусь опять спать. Только начинаю засыпать, думаю об этом. Думаю, блядь, фантазия, может, разыгралась или что-нибудь такое. Опять какая-то хуйня. Щелк. И типа, блядь, я стремаюсь к такой штуке, вот, очень сильно. Вот, и уже декабрь, я здесь живу с июня, вот, и постоянно такая хуйня. И да, уже мне очень по блату здесь досталась квартира, то есть я плачу немного, 15 тысяч рублей. 15!
Да, ну это, но я не знаю, наверное, поэтому так дешево предлагают. И, соответственно, вот эти вот гусыни и питоны, это не просто игрушки. Вот, они меня, они меня защищают, да. Питон может задушить, а гусыня может что-нибудь другое сделать. Вот. Я вообще хотел, в принципе, вызвать кого-нибудь. Я кого вызвать, не знаю. Не полицейского же вызвать, говорит, что мне заберут, скажут, что что-то употребляли, блядь, и заберут меня нахуй. Ну, проверят. А что проверять-то? Я один в комнате. Проверять что? Ну, полицейского не вызовешь, а священника... Тебя проверят. А кого? Комнату? Квартиру? Тебя. М? Тебя проверят на отклонение. Да и проверяли уже. Ну, я же не похож на... Я же не похож на умалишенного. Пока что. Ну, вот. Я адекватный. Red Bull пью частенько. Плохо. Ну, да. Согласен. Если честно, хочется кого-то позвать, блядь, просто, чтобы, типа, кто-нибудь проверил, потому что мне иногда реально страшно. Позови. А кого? Как, какие вообще варианты? Ну, кто работает с таким? Ну, в Питере, наверное, на Авито зайди. На Авито зайди. Страхова, правда? Кто? Алло. Я говорю, они просто звонит, играет, все звонит, играет. Сломали. Что? Что? Что такое носочки красивые? А? Что происходит? Что случилось? Мне сообщение пришло в ВКонтакте, носочки красивые. Какие носочки? Я не знаю, смотри, что приходит. Как будто все, у меня телефон, блядь, ломают. Какие, блядь, носочки? Да, посмотри. Что происходит? Я не знаю. Ты его знаешь? Нет. Какие, блядь, носочки? Можно я его голосовой запишу? Долбоеб, иди нахуй. Пусть. В смысле, блядь, что это? Блядь, какой-то взрослый. Смотри, у меня, блядь, какой-то телефон, блядь, взламывают. Что это? Я тебе говорю, хуйня какая-то, бля, я вызову нахуй кому-нибудь. Что случилось? Ты меня разыгрываешь? Я тебя не разыгрываю, блядь, что это? Мне на телефон приходит, блядь, откуда только можно сообщение для подтверждения. У меня такого нет. Чего, блядь? Заблокируй его нахуй. Что это за хуйня? Я не знаю. Заблокируй его, пожалуйста. Хуйня. Бля, я вызову сейчас кого-нибудь, бля. Там нету никого в другой комнате. Пойдем посмотрим. Пошли, пойдем. Может быть, меня сейчас изнасилует. Алло. Пап, ну что за хуйня? Что это такое? Кого ты вызвал? Нас на когда? Я с девушкой. Все, пап, не заебу. Хорошо, хорошо, спасибо. Маму только успокой. И все. Ты прикинь? Ну смотри. Блять, мы вместе, если что, я тебя защищу. От призрака я тебя точно защищу. А кто это вот? Может, друг тоже будет? Какой, блядь? Я первый раз этого человека вижу. Я тоже. ВКонтакте еще, ВКонтакте. Я ВКонтакте только музыку слышу. Да, я серьезно говорю, ты приехала в проклятый дом. Знаешь фильмы Haunted House? Про этот. До сих пор? Да ну и хуйня. Очень странно. Странно. Да я заблокирую просто и все. Так, блядь, у меня же... такого не работает. У меня никогда такого не было. Посмотри. Может, ты кто-то поставил. Короче, есть такая штука. У меня друг в такси работает. Так. Вот.
И один раз к нему попался пассажир, прям уебищный. И он ему заказал вот такую, типа, блять, мне нахуй. Нет, это Винлайн, ладно. Винлайн. Монца и Ювентус — очень важная игра для старой сеньоры, в котором в сезоне намерена побороться за чемпионство. Валерий, поставишь? Нет, не поставлю. Короче, и он это, как его, как тебе сказать? Типа, как он называется? Бомб? СМС-бомб или что-то такое? Типа, номер. Ты никому номер не скидывал свой? А? Да. Ты что, не знал? Я тебе не говорил? Где? А где он? Монти! Где увидел? Я просто эту штучку увидела. А? Ну где-то шарится. Монти! Так у меня в туалете, ты что, не видела? Кошачий лоток? Нет. Я не смотрел. Тебя котик, да? С котом живем. Может, кот что-нибудь, блядь, устраивает? Но кот со мной обычно спит. Бля, ну посмотри, что делают, а? Что там? Где кот? Кот. Ты мне, наверное, врешь, что ли? Тебя, наверное, грудь. Да реально нету. Стой! Стой, 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 стой. Слышишь? Пойдем. Иди сюда. Габар? Слышала? Бля, что за кухня? Прям мне страшно. Незнакомый? Что за хуйня? Блять, если мне Сбер взломают, если... это пиздец. У тебя там такое денег? Да. Нет, Сбер не взломает. Нет, ни в коем случае Сбер не взломают. Ты, блядь, урод какой-то! СМС-ки это. Ты кому-то номер свой слила, по-любому. Блять, кому? Ну кому? Мне номер рассказывают мои поставщики. А у тебя вот, если, например, на Авито что-нибудь выложить? У меня ничего нет на Авито. Вообще ничего нет. Ты его знаешь? Это другого именно человек. Я тебе говорю, у меня какая-то хуйня, я сейчас... Здравствуйте. Мне кажется, ты меня разыгрываешь. В смысле я тебя разыгрываю, блядь? Это у меня какая-то хуйня, блядь. Я приехала, не пойми куда, и происходит какая-то, блядь... Какое, блядь, окно? Кто это сейчас пробьет, блядь? Чё ты пробьёшь? Кто этот человек? Москва. Чё, удалили сообщение? Угу. Чё за херня? Мне страшно, я удалил. Все, давай телефон погасим, пожалуйста. Я боюсь такую штуку. Вообще очень сильно. Нет, точно не надо. Нет. Ты меня сейчас напугаешь, я, блядь, пойду, мы пойдем, я спать уебусь и все, нахуй. Пойдем лучше на кухню. Давай посмотрим. Нет, пожалуйста, не смотри. Я боюсь этой темы. Я боюсь, пожалуйста. Да вдруг там кот. Нет, пожалуйста, я, пожалуйста. Мне реально страшно. Блядь, у меня проблемы с башкой. Я прошу тебя, пожалуйста, давай мы пошли на кухню просто. Нальем что-нибудь попить и все. Пизду нахуй, телефоны положить. Так у тебя много окон. Несет, я тебя вызвал борцов с духами, блять, прочую хуйню, ты прикинь, попала ты на свидание с Давинчиком, блять. Это свидание? Блять. Че, он наебывает? 22 сообщения. Я вижу. Что?
Я тебе говорю, это проклятый хаос. Пойдем, пожалуйста, отсюда. Да нет, блядь, пока свет горит, все нормально. Надо надеть шляпу против эту. Да ты надо мной издеваешься, скажи мне честно. Блядь, идиот, идите. Тихо, подожди, не бойся. Кто? Сергей Георгиевич вызывал, говорил, что надо вам... Это мой отец. Да, супер. Здравствуйте, Владислав. Здравствуйте. Что он? Показывайте, что где. Где? Ты как зачем? А? Проходите. Где? Давай издевайтесь на меня. Где? Мешайте. Ты что, ребят? Это пранк? Или нет? Да вы что, издеваетесь? Вы что, издеваетесь? Сергей Георгиевич, там еще приезжали. Мой отец. Назад, да, это розыгрыш какой-то. Розыгрыш, сейчас посмотрим еще на розыгрыш. Сергей Георгиевич говорит, что на той неделе к нам еще приезжали. Здесь что-то осталось у вас. Если вы вызываете, оплачиваете тогда еще. Я еще оплачивать не буду, раз вы кто? Скажите, пожалуйста. Духовный секретарь. Буба. Короче, сейчас... Буба. Короче, сейчас будем чистить вам все. Спасибо большое. Давно? За представление. Смешного мало. Сейчас. Давно элементы эти начали происходить в вашей квартире? Крики, звуки. Что вы знаете? Да, они вы сказали, знаете. Здесь дух полтергейст. Сейчас давайте, хорошо. Тогда, Грег. What's your name, brother? My name is Valery. Well, we're cleaning this place, you know? Ребят, блядь, вы серьезно? Вы что, издеваетесь? Я не верю в эту херню. Кто? Дыхни. Буба! Буба! Смотри, Грег. Ой, блядь, извините. Да аккуратнее с девушками. Это прах бабушки. Буба! Буба! Блядь, что такое, а? Короче, крики какие? Это мы с той квартиры принесли прах древней бабушки. Смотрите, слушай внимательно. Сейчас смешно, сейчас будет нихуя не смешно, если честно говоря. У вас здесь дух явно есть. Есть? Грег, откуда вы знаете? Да. Давай, я включу. Включай голос. Дэвид, ищем Дэвид. Сейчас включай. Поезд. Давно это началось? С июня, как только я приехал. Буба! Буба! Только в этой комнате? Во всех комнатах. Буба! Здорово. У меня кот здесь живет, аккуратнее, не напугайте. Are you sure? Yes, I'm sure. Who is the guy? Кто это? Это ваш друг? Дэвид. It's called English checking, you know? You know what's up, bro? Тихо. Ребят, привет. Что-то есть, да? Чудище! Что это, блядь? Грег! Витя, блядь! Снято то, что мы убрали призрака провидения полтергейст. Так это он мне устраивал дебош практически 3 месяца. 3 месяца. Подожди, я что-то еще чувствую. Это призрак бомбера. О, мы но досец фатиру пиру мачи музику. А-на-на-на-на-на-на-на. Анастасия? Да все тебе уже смешно. Я в ахуе. Я просто не верю до сих пор в эту хуйню. Что это за чудище было зеленое? Скажите мне, пожалуйста. Он у вас здесь уже другой живет. Да хуя? Сергей Валерьевич, уже мы его выгоняли. Третий раз он здесь уже на подоконнике. Он как плесень ебаная распространяется. Ну и выгнали его из А ничего, что Анастасия не живая? Как не живая? Она мертвая? С
Чего? Поздравляю, вы общаетесь с духом. С каким духом? Владислав, спасибо, что убрали этого духовитого гнома, но, блядь, а почему вы говорите про мою девушку, что... Как надо включить. Он не понимает по-русски. I understand Russian language. And you speak English. No, what's your name? What's your name? Я лампы. Это был призрак привидения? Призрак зомби-убийцы. Это был крипер из Майнкрафта. Он чуть не взорвался. Я его хорошо, что подшикал. Ночь дня рассвета сына невесты. Что, загасили? Что случилось? Я вроде разобрался с ним. Эй! Ребята! Это не Джонатан, это тот призрак. В смысле? Я с вами был. Ну-ка засоси его! Я с вами был. Сакет, Дэвид, сакет! Я был с вами! Сакет, Дэвид! Я с вами был, это я! Как, кто ты? Антоха я! Докажи, что это Антоха. Это Антоха, что ли? Я Антоха. А, не работает, видишь, не работает. Короче, у нас тема в чем? В чем? Баба у тебя не настоящая. Баба не настоящая, все при ней. Это что такое? Напал он на меня, призрак. Помогите другу. На него напал призрак-убийца. Блять, нужно что-то делать, ребят, ну помогите, ну плохо. Дэвид, короче, нужно, наверное, сейчас что-то провести, сеанс какой-то, это призрак, она не... Бля, я не по-английски, нихуя, переведи. Дэвид, can you help us? This is not the real woman, this is like the ghost. You need to go some exorcist shit. Oh, okay, I need to... Take like the... you ну, can... скажи ему, что, короче, этой бабе надо сняли. Отсосать. You need to suck these balls. Suck. Работает все. Просто привидение вызывает шумы. Мы ее использовали для того, чтобы... Короче, скажи ему, что эта женщина сейчас засосется в его большой пылесос. А кто ты? Мужик? Девушка вообще-то... Девушка моя, ты... Она девушка вообще-то, блядь. Дэвид, короче... Suck this woman in this... Скажи ему, что ему надо своим шлангом засосать ту бабу. Дэвид, take offense. Блядь, да что это такое, ребят, помогите! Дэвид, это он! Дэвид, help me! Дэвид, help me! Сука! Лазер! Он уходит! Это танцующий призрак дрища! Это Кощей из слова пацана! Уходи! Ты при делах, Кощей? Это мой папа, походу! Уходи! Ребят, помоги! Я могу забить замок! Блядь, помогайте, а! Валера! Так, Валера, скажи Дэвиду, что ему своим шлангом надо засосать эту женщину. You'd use this stick and suck this woman out. What the fuck? Yes. Try it. Ребята, не этим шлангом, другим. You need to use another шлангом. What kind of shlang would the fuck? Yeah, the longest one you have. The longest one. This one. Ребята, я сам разберусь с этим призраком. Уходите. Thank you, срочно. So уходите срочно. Что? Уходите. Соло принял. Да мы так просто призраков ловим, жизни спасаем, но это повседневное дело для нас. Да? Да, это все хуйня. Налезет на меня? Ну на меня же налезло. Ты же поменьше. Хуяли. Нет? Давай встанем. Подожди. Выйдем. Как ему страницу взломали? Это привидение. Да подождите, я еще не оделась. С вами будет здесь привидение лежать, пока ты не кончишь в нее. Это древний обряд посвящения, тебе надо пососать ему пенис. Блять, ну правда надо, ну ёпрасоте. Настраивай. О, оно зажало! Заводи его, заводи! Давай! Игрушечный! Осуждаю. Это не настоящий? Куда ты? Он сейчас летит! Заводи. Он сейчас через окно выпрыгнет! Давай! Знаешь, помоги, нужно его приземление. Выземление. Иди сюда, помогай. Держи. Блять, нужно его отправить в Грузию. Да слышишь, это уклонист всего лишь, смотри, это не привидение. А кто? Это кто? Это! Это же... Это кто? Это Сакет! Отсоси землю! Это Сакет!
А ну иди в армию, гадон! Ты что здесь делаешь? Отлыниваешь, бля? Кто автоматы чистить будет? Короче, мы с вас ни копейки не возьмем. Это был не призрак зомби-крипер-убийца. Это был Антон Брамо. Он гасится от армии. Он просто убийца крови, да? Он даже украл армейский... Это же я, он мою форму забрал. Подожди, это ты зомби-призрак? Я не зомби-призрак, я был с вами, я Антоха. Ты здесь на подоконнике сидел, пока он шпокал Настю. Нет, я с вами был. А ты трахался? Нет, нет! Ты ей в рот давал? Ты ей... Она сосала тебе? Валер, да я не поверю. Да она не сосала тебе, заебал. Чувак, да ну... О чем пиздит, блядь? Он сказал, что ты ему сосала. Ребята, мне кажется... Я не говорю, что... Ребята... Валер, ты пиздобол! Дебилы! Тихо. Я все равно чувствую призрак Мипо, ребята. Призрак Мипо. Пахнись на него, пожалуйста. Понюхай, чем под юбкой пахнет у нее. Ну успокойся, она так не... Там, ну, кстати, это не, как, не камильфо. Там не камильфо? Ты что, хочешь, что она не моется? Хватит говорить гадости. Настя, помоги ему. Нет. Наша служба и опасная, и трудная. Я выебал много. Hello! Can I teach you English? No? No. Oh, come on. Let me explain English to you. Come on. Sit down here. Sit down. Oh, it's okay. Come on. Chill, relax, girl. Come on. What's up? When I ask you, what's... I don't understand what the heck you're talking about. No. I just sit down, sweetie. Just sit down, sweetie. Oh, come on. Okay, ладно. Я могу тоже чуть-чуть. Чуть-чуть русский, давай. Давай, сидеть. Okay. How are you? Это значит, как дела? Это, как тебя зовут вообще? Да. What is your name? What is your name? Настя. Нет, должен правильно отвечать. My name is Настя. Ну все, пойдем. Oh, no, no, where are you from? Подожди, две минуты. Where are you from, Настя? Where are you from? Что это значит? It значит where, это что значит? Where, где? Where are you from? Откуда ты? It значит, I am from Russia. Let's go. Where are you from? I am from Russia, okay? Да, можно мне перестанут сообщения приходить? Что? What did you say? Мне сообщения телевизор не приходят. Wait, what is your name? My name is... Настя. Where are you from? Валера ушел. Чего? Он по-русски ничего не понимает. Он понимает... I don't understand anything you're talking about, girl, you know? А ну он говорит, что у тебя ты хорошо выглядишь. Ладно. Yeah, you know, I'm just trying to get to know. А он тебе нравится? Нет. Ну хорошо, можешь сказать ему это. Can you say it in English? What did you say? Он спрашивает, ты сможешь не переспать сегодня? Нет, no. Are you say, oh no, oh okay, all right. Have a good evening, you know. Он хочет дать тебе сейчас, мам, ну. No. No, okay. Хватит, чё вы? All right, bye-bye. Бай-бай, он все, он с тобой говорит, типа, пока, он хочет. Бай-бай. Валера ушел. Домой. В смысле домой? Это не его квартира, это не Дэвида квартира. Чё? Дэвид. Чё происходит, блядь? Бум-пум-пум. Что, блядь, это? Что, Дэвид? Сейчас мы выясним всю эту хуйню. Ну что, блядь, я подписался? О, да, какой-то вообще не суразница какая-то, прям сплошная, сплошь и рядом.
чтобы мне не писали. Ах, у него телефон здесь. Слепо, запускай, запускай, слепо. Слепо, запускай. Гэг сделаем. Ой, как американец, сейчас как Эндрю Нойлс буду ходить. Йоу, я Эндрю Нойлс, а я есть Spotify. Йоу, да, чуваки. Вообще ты шаришь тоже. Ты долбоёб? Ты нахуя ее в другую комнату отправил? Не отправлял. Она там сидит, развлекается с Валерой, который ушел. Валер, тебе девушка приехала. Какая еще одна? Ну, твоя. Ну, сейчас ты спалишься с Настей, то тебе пиздец. Я тебя падать не буду. Ты жаба страшная! Ай, блядь! Ой, это больно, я бы сейчас такое... Нет, мне не больно, я все сделал по сценарию. Откройте, пожалуйста. Девушка приехала, все съебались нахуй. Спрячемся, мы не успеем. Спрячь Настю, долбоёб тебе, пиздец. Куда спрятать? Все нахуй отсюда! И мне колено минус. Уходи, я не знаю, куда спрятаться. Бля, Настя, все, надо убегать. Убегайте, забирайте всех, убегайте. А я по-хорошему... Пусть Настя расскажет твоей девушке, что ты такой кобель. Нет, не говори! А Настя сейчас тебе расскажет. Нет, Настя, не надо, пожалуйста. Да, блядь, уходим. Let's go! Прячемся, куда ты? Пойдем, быстрее, тут в комнату. Пусть что, идиоты? Тебе пиздец сейчас от Насти. Ой, от Кристины. Блядь, хотел разыграть, блин. Сейчас меня... Здесь... Настя, если меня сейчас... со мной сейчас разведутся, Настя, это будет плохо. Пху! Че такое? Уходите. Вы чё, блядь? И вот что мне делать? Я всегда дефол. Я задефол сегодня вторую часть очень хорошо. Пока ты к окну не подошла, я задефол. Пока к тебе там написал какой-то уродец, я задефол. Ты понимаешь это? Блядь, они на камеру хоть сняли урода этого? А чё смеёшься? Реально? Подожди, это ж Panasonic. Там ничего не показывает. Как не показывает? Здесь кассета загружена уже с файлами. Сейчас, подожди, мне нужно понять, как он открывается. Вот, Digital Zoom X1000, нахуй. Бля, сейчас Кристина придет. Короче, ты мой препод, если что, по математике. Ты шаришь же на математику? Поняла? У меня связь пропала, блядь. Я тебе говорю, здесь пиздец происходит. Настя, нужно бежать отсюда, блядь, уже быстрее. Вызови мне такси. Сейчас вызову. Да, блядь, ты мне скажешь. Она уже здесь. Ты знаешь какие-нибудь формулы, блядь, или что-нибудь такое? Нет, давай пососи. Не-не-не, нельзя, Кристина, я с ней разведусь, у нас, блядь, ребенок скоро. Ты беременна? Ну, я планирую зачать. Тогда не страшно, я тебе тоже могу родить. Да? Хорошая? А ты богатая? Да. Прям понял, что ли? Прям сильно богатая? Ты богатая, просишь меня вызвать тебя такси? О чем? Я вижу. А как я тогда разбогатею, если я буду деньги на такси тратить? Искать лохов. Ну вот, я нашла. Я не лох. Я только зову женщин к себе, пока Кристинки нет. Успокоюсь с ними вот во второй комнате и все. Ну типа, I'm a fucker. Дэвид подтвердит. Это который? Дэвид? Ну... Там что, много дельфинов было? И что делать? Ну реально сейчас женщина придет. Ну как ладно? Блять, ну и вообще как-то не камильфо, если честно. Чем ты открывал? Как я не могу свою женщину пустить домой, но мы вместе уже выйти. Алло, да, привет! 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 Как доехала? Прости, у меня тут бардак немножко, я с репетитором по математике. Ну, мы уже заканчиваем, как бы. Так что, устала? Я нихуя не готовил, вообще ничего. Раздевайся.
Так что там вот дискриминант, да, там мы вычислили. Проходи. Это преподаватель мой по математике. Мы уже закончили, кстати. Здравствуйте. Не бойся. В смысле, не бойся, проходи, и все нормально. Ты что такая? Что случилось? Таксистом? Не-не-не-не-не. Что? Какая странная херня. Какая странная хуйня, дорогая. Все нормально. Please. What? What happened? Давайте, короче, я буду с той, у кого... Отсутствует подключение к интернету. Короче, у меня тут пиздец произошел, сумбур. Я был с преподавателем по математике. Познакомься, Анастасия, как вас еще раз? Игорина, Анастасия Игорина. Вот, мы с ней сидели, извлекали дискриминант, искали многочлены. Вот, а я не знал, что ты придешь. Угу. Ты куда? На кухню? Я нихуя не приготовил, прости. Не-не-не. Анастасия Игорина, ну все, мы закончили, правильно? Нет, почему? Как нет? Мы закончили, Анастасия Игорина. Я извлек дискриминант, который нужен. Дорогая, проходи, раздевайся, чувствуй себя как дома. Ты же дома. Че вообще, блядь? Ты же дома. Раздевайся. Я не знаю, что ты одета стоишь вообще. А че еще происходит? Они там. Ничего не происходит. Какая странная хуйня происходит. Hello. What's your name? Это Дэвид, наш сожитель. Hello. Yes, yes, yes. Дэвид, shake hand. Shake hand. Поздоровайся. Вот. Ну какой, да, нормально, поздоровайся. Вот, вот. А он тоже будет предлагать ее выебать? Не, what the fuck, bro? You just speaking English? Shut the fuck up, Анастасия. Все хорошо. Дэвид. This is my wife, and this is my teacher, math. Your wife? Yes, David. And this is your teacher? Yes, math teacher. Can you please ask her to leave the fuck alone? Я хочу... Okay. Not her, my math teacher. Math teacher? Yeah. You speak in English, right? Что? No? Не-не-не-не-не-не-не. Сейчас, иди сюда. What is in this? Hey, you're a teacher, right? In English, I don't understand what a teacher means. Я не знаю английский. Я не по-английскому учитель. Okay, I can teach you English. Как раз я помоги люди разговаривать на английский язык. А детский толк, который хотите уезжать куда? Я не буду никуда уезжать. Okay, cool. You just have to learn some English. Я разговариваю с английским. Hello. You say hi. Hello. Скажи hi. Let's go. This is nice. Come on, girl. Пожалуйста, отстань. Почему? Ты посмотри. Hello. Скажи hi. Let's go. Hello. Говори. Hi. Good. What's your name? My name is Настя. Oh, Настя. Especially, what's your name? What's your name? My name is David. Oh. Hey. Okay. You see, how old are you? How old are you? That doesn't matter. How old are you? What do you do? Camera board. David. Hey. She doesn't trust me. She doesn't. Why? Goodbye. Goodbye. Дорогая, куда гудбай? Анастасия Игоревна, блядь, ну скажите. Тичер Сергеевна. А, Сергеевна, Сергеевна. Тичер мат. Мат? Мат, мат тичер. Вообще похуй. She's smoking math. Я уезжаю к родителям домой. Почему? Потому что. Что случилось? Потому что. Я сейчас позвоню брату. Я уезжаю к себе домой, я серьезно. Влад! Ему лучше раздевайся. Это Влад, он сумасшедший. Влад, иди сюда, они не хотят ничего. Иди сюда. Сели быстро все. Садись. Так, а что? Садись. Он сейчас будет использовать тебя в качестве игрушки. Влад, она не хочет со мной заниматься сексом. Давай, Влад. Дэвид, закрывай дверь на замок. Это младшая сестра. А можно я в туалет схожу хотя бы? Там только лоток. Там Дэвид. Хорошо. Дэвид со шлангом. Да кот, да где? Какой кот? О! Что? Ну хуйня какая-то. Давай, иди домой. Иди, пожалуйста. Давай, не охуенно потусили. Все, пока. Давай. Все, пока. Пока.
Блядь, телефон мой где? Пока, уходи. Иди, ебал. Да уйди отсюда. Сестра твоя дура. Слышишь, Влад, я тебе нормальную ручку сделал. Вот, я починил. Не хватает еще как будто двух деталей. Вот так, нормальная ручка. Просто там дверь вышла из пяти. Антон! Вы что, мне дверь сломали? Так, все, пошли вон отсюда. Так, уходи. Нет, ты останься, ты мне нужен. Сядь сюда на стул. Так, а где? Ты его слушаешь, все, все. Так, я сейчас вызову полицию, он съебался. Все, иди к Антону вместе домой, с Антоном, он там. Все, иди тоже домой. Ниже, ниже. Дэвид, пойдем. Hey! Да можно он меня отстанет? Чего он пристает со своим английским? Oh, what the f... I need to understand English. I want to teach you English. Bar. You know, Breaking Bad, Blackmail. Blackmail? Why? Урса, урса. Да можно мне перестанут сообщения приходить, пожалуйста? Блядь, ты ебанутая сестренка чья-то, иди ты отсюда. Я забыл свои руки. Окей, окей. Так, все, Настя, давай домой. Все, меня задолбала эта тусовка. Все, Валера, тоже иди домой. Да, блядь, дайте девочке повесить. Хорошо. Bye-bye. No? Nintendo Switch. What's your name, sweetie? What's your name, sweetie? Посадёшь ему анус? Why don't you understand English? А? Он предлагает. Она не хочет сосать анус. Сосед? Бывает. О! Yes. Он спрашивает, что ты делаешь в его доме? А это всё-таки его дом? This is my house, girl. What the fuck? А где у тебя кот? What? Кот. Кота мы вчера съели. Чего это, блин? Валерон! No, seriously. Я рассказал, что вечеринка. You're in my house. Это его дом. This is my house, girl. Да, а Валера просто жадно к нему приехал, бля, в гости и прозвал девушек вообще. А мы приехали, бля, с тусовки и охуели. Так, все, Валера, давай тут разговаривай. С тусовки? Вот в этом. Иди отсюда. Так, тематическая тусовка. Про Breaking Bad. Так писай, конечно. Иди пописай сначала, потом домой поедешь. Так, с Валерой, Валера, иди сюда нахуй вообще. Уйдите отсюда, пожалуйста. Не мы ее заявить, парочки. Хорошо, блядь. Что, где мой телефон? Кто сломал мои ручки? Да это зелья, сися, уродец. Где он? Он, наверное, пишет. Кто? Зелья, сися? Ну я не знаю, кто мне пишет. Да, я поговорю. Хейтерок ебаный, он пишет тебе, Анастасия. Опа. Красиво. Да, конечно. Так я качаю жать, без задницы. Все, ребят, я сейчас вызову полицию. Дэвид, пожалуйста, сопроводи всех, ну, до домой. Да. Меня. Давайте как-то познакомимся, что ли? Дэвиду, у него скоро жена приедет сюда. Это мой пиздец. Yeah. Нет, у него жена, он женой живет. Африканская жена. Да, она африканская принцесса такой. Готов? Чё готов? Хочешь ты переспать, пока жены нет? Нет. А со мной у меня гандоны есть. Как зовут? Нахуй вы с этой? Быстро расслабились. Ну как? Девушка, которая писает, куда тебя вызвать такси? Ты чего? Как зовут тебя? Алло. Ералла, где приехать? Опа! На стрим можно и опать. Блин, мне надо Дэвида проводить, чтобы Дэвид сейчас жена подключил, не делать-то, ёбаный свет. Так, погнали на Рубинштейна бухать. Да, всё. Настя, давай домой, все уходим. Блин, я не натусовался, но надо. Всё, поехали на Рубика пиво. Давай такси вызову тоже домой. Нахуй, все домой. Что, давай едем на Рубика? Настя, вставай домой, уходите быстрее, сейчас пиздец будет, нахуй, жена приедет. Она согласилась потрахаться со мной. Кто? Настя? Она не хочет, чтобы трахаться. У меня гандоны. У него гандоны есть. Ты ее держишь? Да куда ты? Что ты просто? Так, блядь, ну что у тебя сыпется из жопы, нахуй? С пробкой был, где? Так. Он уже уехал. Валерон уехал? Да все, уезжайте, пожалуйста, я вас умоляю, нахуй. Все, он уезжает. Так.
Ты чья сестра? Хуйня этой. Похож, да? Да. Чё, мы уезжаем? Так, Дэвид, присядь. Да, присядь, сейчас ты тоже. Так, да. Hey, what's up, guys? How are you doing? Sorry. Hey, guys. So you know what's up? You need to. О, давай я включу, пообщаешься. Ой, а где? Вот, вот тебе пишут вот здесь. Никто не едет на Рубика. Эй, брат, операторы, сейчас хорошо поработайте. Илюх, ты там последи только что за предками. Только без. Нигер, come on, guys. Слушать на английский вопрос. Можно на английский вопрос. Любой вопрос на английский. Давай, let's go. What the fuck? Алло! Надеюсь, ничего не будет. Я не могу смеяться. Hi, Dave. Hi, sweeties. How are you? Ask me a question in English. I want to answer you guys your questions. I want to get to know you guys and all those kind of stuff. Just ask me a question in English. Come on. What the heck? Come on, guys. I'm good, you know, I'm just chilling with my guys, and they're so cool guys, I like their shit, and I just want to speak English with you guys, I want to teach you guys how to speak English, and all those kind of shit. Я за свет отвечаю. А кто кого? Такси вызвал. Вызвал. I'm 23. Блять. I love you too. So much. I love you too. Блять, Диверили Клаб больше не заказывает. Yes, I teach English. Эй, ребята, я учит английский язык. Конечно, of course. Если ты хочешь улучшить свой английский, подпишись. Не знаю, где не буду. I love you too, bro. I love you. Нам скоро разрешат поставить. А может нам Дэвид? Да, что Дэвид? Дэвид. Вот так быстро. Bro, I love you, you know? I love you too, bro, come on. Yeah, I'm in St. Petersburg. Yeah, je vous vous St. Petersburg. What the fuck? Bro, come on, man. No bad words, you know. No pennies, no shit and stuff like that. You know what I'm talking about? Sex with you? No sex with you. I sex only my girlfriend. Онлайн прибавляется, ты посмотри, нахуй эти пранки, блядь. Давид, приходи каждую пятницу. Where are you from? Well, guys, you know what's up. Вы знаете что, давай на русском. Я просто из Нигерии, и я приехал здесь уже несколько лет, и я люблю Россию, you know. Эй, давай, you know what I'm talking about. Как раз в мой YouTube скоро буду что-то с Африкой за Россию, поэтому подпишись обязательно. Американец. I want you, David. David. Who wants me? Me? David. А скажи мне, американец, а в чем сила? David, брат, в чем сила? В чем сила? Что значит в чем сила? В чем сила, брат? Типа, в чем сила? Как что? Да, в чем сила, брат? I don't understand. Я не понимаю. Не брат ты мне. Тихо.
Окей, guys, what's up? Бесполезно, ладно, забей. Пора нового покупать. Да пора мне, блядь, приезжать отсюда, блядь. What the fuck? Очень быстро. Вопрос, блин. Чё, Дэвидом шпану? English! Только English! Только на английский! Come on, guys! Только английский, именно нич нужно тут. Only type in English now, на 5 минут. Только на английский. What the... What the heck, bros? Come on, English! Let's go! Да. Oh, David, tell me about yourself. Well, guys, you know, I'm David. Я приехал сюда, просто живу. Я люблю Россию. Блин, холодно. Очень холодно. Но все равно, мне это очень нравится. Потому что русский это такая страна. Нормально, американцы перевоспитали. Да, интересная страна, мне очень Америка нравится. Не очень. И Россия. Русский дел тебе жесткий такой. Понимаешь? Let's go называется. Let's go. Вот так шпану и попадают. David, you are so cool. Эй, подпишись на мой YouTube, важно, реклама. Модеры, поспамьте это YouTube Дэвида, пожалуйста, ребята, залетайте, он реально харизматичный чувак. Екатерина Мизулина, обратите, пожалуйста. Ты уже поставь поезд? Да-да-да, ссылочка. Где? Вот, вот тут мы показываемся, а здесь чат читаем. Вот, ссылочка, а вот YouTube, YouTube, твой YouTube. Окей, ссылка. А то меня потом кокнет. Bro, I'm chilling, you know, chilling. I'm chilling with my bro. What's your name? Вова. Вова, you see my bro Вова, we're gonna be friends soon, man. I, you know, I'm chilling with Вова. Oh, freestyle. Ayo, I'm national on the microphone. I got it all, but I really need a wife to talk. I don't like the zone. Never spend a lot alone. I gotta feel you will like to both. Yeah, check the romance in my tickle my fancy look. To fair and nice in them, that's my plans for you. I need a girl that could raise me a family. Go to the facts and lines and I cuss my plans because both of these girls are confused me. I don't even know if they love you or they use me. You're the body and yeah, maybe you were used to me. You're under the press and now you abusing me. That's why I need a girl true to me. Nobody vexed and I do what it'll do to me. Without the girl on my side, she will rob me. Forget the one is she with me. Now let's ride. What's up, what's up, what's up, what's up? Let's go. This shit is straight from Compton, you know what I love you guys, you know what's up, bros. Any question, let's go. Все, уходите, дай бустрей. Уже, да? Alright, guys, I think my David. Okay, guys. I love you guys. Take care, alright? Bye-bye, 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 bye-bye. Well, David, yeah. You're a nonsense. You're a good guy. Thank you, thank you, thank you. High five. So cool. David, как сказать, куда? Куда? Where are you going? Where? Нет, как мне destination. Where is my shit? Hey, guys, so I'm going home. I'll see you guys later, and you chill, and have fun, and hey, chat me. David, how I can transfer money? My phone number, man. Oh, okay. Yes. 931. No. Oh shit. What's up, guys? If you want to learn English, нет. Do not hesitate to contact him. Я, кстати, у Дэвида учился за месяц всего. Да. Типа я не знал нихуя, сейчас я вообще шпарю. Что, Тиньков, Сбербанк? Да, Тиньков. На короче, ребята, для тест, кто хочет учить р... И русский тоже. Дэвид все предлагает, у него и курс есть. Для тест, кто хочет учить английский язык, подпишись на мой YouTube, там есть мой сайт и так далее. Write me, you know what's up, guys. Let's go. Come on. Peace. Yes. David. Oh, shit. David. Sex, блядь. Sex, блядь. Sex, блядь. Bro, what's up? What are you... I love you, David. I love you, too. Rebel. Voice him. I love you. I love you too.
А лет ему 14. I love you, Dave. I love you too. Ё-моё. Кто ещё тут? What the fuck? Чё там пишут, Дэвид? Там ссутся в чате со смеху, блядь. Это просто crazy shit. Ё-моё, I love your big dick. Bro, come on. Откуда ты знаешь, у меня big нету, блин, bro? You understand? It is a small shit. You know what I'm talking about. Oh, I'm Ansem. Hey, you know. Подпишись, главное. Подпишись in my YouTube, you know. Sweetie. Если ты хочешь больше от меня, подпишись на мой YouTube. Блин, бро, ты тоже... Куда тебе? Тоже ты Вася, не говори об этом. Ой, ну вот как-то так сегодня мы и поугарали с ребятками. Вовка Каша, я Владька Мафанька. Да, Валерка Мамурка, Дэвид тоже у нас прямиком. А Зеля? Где Зеля? Господи, я не видно. Я думал, ты с Антохой. My guy, thank you so much. I like your shit. Hello, guys. У меня, я тебе сказал, что у меня студент is this. Она мне сказала, Дэвид, как ты его знаешь? Ну, они классные. Ну, мои имена, ребята. Короче, ребята. Очень круто, чувак, мне очень интересно, мне нравится, что он делал вообще, это просто кайф, понимаешь? Life. Чуть-чуть кайф. Эй, let's go. So while we get drunk, so while we smoke weed, we just having fun, and we don't care who sees. So while we go out, that's how it's supposed to be. Living young and wild and free. Yo, bro, I go by the name D-A-V-I-D. Надо подпишись на мой YouTube. Рэп, кличка, я вызвал. Вызвал? Alright, guys. Что еще? Что еще? These guys are crazy. Я даже не понимаю, что они говорят. Я тебе в Telegram скриншот пришлю, он прямо к подъезду подъедет. Фух, Дэвид, спасибо тебе большое. Thank you, my guy. Спасибо. Thank you. Thank you. Ебал. Эй, my guy. Yeah. Let's go, bro. Thank you, bro. Давай, дай, ты крутой чел. Thank you. Вот за это нас зрители любят. Cheers, guys. Peace out. Блин, 800 сколько там, блин, не знаю. Хорошего вечера всем. Пока, Дэвид. Фух. Ну как вам, братва, сегодняшний контент? Ну затратно очень, да. Ну как вам вообще, братва? Yeah. Проверьте карманы. Как говорится, леда навсегда, шпана навсегда. В воскресенье еще контентика подвезем Зола, жаль без Вовки, блядь, без ребят, я с Лизой только буду. Ну, подвезем вам тоже ржаки, у обоссаки, у сыкашек ловится, блядь. Пиздата. Вот вайбец, да, вайбец, заходишь на стримы к шпане и вайбец сразу, пиздатый. Не то, что к этим всяким ложкам ебаным, которые в крысу там какие-то разоблачения, левые яйца себе, блядь, с солевыми друзьями, блядь. Выглядит. Мы АФК-стримеры. Мы АФК? Не, нихуя себе. Мы не АФК-стримеры. Я АФК-стример. Bye, bro, bye, bro, see you, see you later. See you soon. Удачи. Это откуда? Что это? Я, кстати, не знаю, откуда я это достал. Это Дэвид оставил. Это Дэвид оставил, да? Подарок нам? Окей. Ладно, это точно Дэвид оставил по солнцу на голе? Это статуэтка? Ай, кидай в одну! В одну! Дэвид достал посылку с Африки. Сейчас стримовнем. Спокойной ночи. Опа-па, афганские. Афганские сладости. Неси ложку и зажигалку, дорогая. Сейчас будем пробовать. Абрам с девками ушел, да? Да. Он их такси провожает. Фух. Сейчас вот Дэвид их на улице еще встретит. Не, сегодня было очень смешно. Блин, денег, конечно, я проебал сегодня, да, много. Нахуя? Если, ну, очень много. Очень. Я сейчас еще им обратно, еще той бабе скинул. Короче, ребята, если кто-то хочет вдруг поддержать меня рублем, было бы здорово. Поддержите, пожалуйста. Ну, они типа... еще хуй знает откуда. За просмотр. Вас 10 тысяч. По 10 рублей скинулись, это уже, блядь, 100 тысяч. Да ладно, ничего не надо, братва. Все будет, все заработает. Нет, еще. Да то ржака, блядь, какая ребята, была. Ребята, если вам понравилось, просто делайте эдиты в ТикТоке. Блядь, сделайте реально дохуя эдитов. Вот не надо денег, ни копейки нихуя не надо. Сделайте эдиты, кому не впадло, блядь. Так давай потанцуем для эдитов. Блядь, ну давай. Музыку. Какую музыку? Слово пацана.
шпана, да, самый пиздатый склад. Мы будем делать грязь, нас знает вся страна и даже в Конгана. Спиздили Нью-Йорки, все равно качу на Мэрине. Я спане уже давно смотрю, как варится говно. Я самый пиздатый в складе, обоссу себе ебло. А кстати, вот парта дерзкая, что-то вот нихуя никто не выучил. А знаешь почему? А почему? Потому что он в Москве, если он в Санкт-Петербурге. А у тебя вкус что-то пахнет, Орешкин? Не, я помню тоже, что я кричу как вентилятор. С милой девочкой играюсь. А, с милой девочкой. А, не бухаю, но качаюсь, с милой девочкой играюсь. Что-то та-да-та-да лёд, дерзко сейчас тебя ебёт, шпана, мы будем делать. Блядь, скоро клипак выходит. Чуваки, и песня? Клип разъёмный будет. Блядь, а музыка сведена охуенно. Это Мамура пил. И чё? Ну, ах ты. Венерическое заболевание пройдёт через рот. И у меня не венерическое заболевание. Но у тебя просто писюна какой-то. Да всё, у меня болит шея. У всех свои минусы. Да не, Мамур, мы просто тебя ничего не имеем. Пометь бутылку, пометь. В. Венера. Я Венера, ты Юпитер, я Москва, я Питер. Блин, знаешь, что я хочу сейчас гамбургер сажать? Кстати, завтра у меня стримов не будет. Это будет только у Вовы стрим, у Зели стрим. У всех, короче, кроме меня. Приходите. Завтра я поеду на день рождения к родственникам, а в воскресенье сделаю вам прикол Зулу. Иван Зулу. А я после тебя запущу, я не буду тебя трафик воровать. А, чтобы я тебе рейд кинул, да? А я никому не кинул, вот и БГ. А я и без рейда справлюсь. Да не, я кидаю всех. Блин, Дэвид охуенный чувак. Я кидаю всех. Ну что такое? У тебя жопа игривая. Это. А, блин, руку после тебя помыть надо. Дебил, во-первых, ты... Вот этот человек говорил, что он не ест ничего жирного. Это соус, короче, от чебупель, поняли? Чувак, это кровь. Это оранжевая? GTA 5 RP. Ну, так он столько майонеза съел, весь империал. Белый это все майонез. Есть контакт с Максимом Кинтером, пусть он удалит, у него редакторка есть. Жорко. Волка, а что ты несешь? А? Рано еще, там Екатерина Зеленая еще хорошо ко мне ходит. Джек Воробей, компас на стол, ты ставлю на, ставлю карту на карту. Бля, иди нахуй, ебаный, кто это хуйню сказал? Yes. Секс-бомба. Угу. Кино, а, ну кино еще только через полтора часа, ребят. Но я хочу какой-нибудь гамбургер сожрать сейчас, жирненький, блядь. Mm-hmm. Три дня сидел, да, на рисе, блядь, с грудкой ебаной, блядь. Чувак, я не могу читмил же. Ебать, ты удивляешься, я тебе говорю. Нихуя. Подожди, вот это же пред... Подожди, не трясись, не трясись. Сейчас, у меня сахарный диабет. Подожди, вот. Сейчас поставим по вине, подожди, что ты трясешься? Не трясись, да я за кетчуп. Я, кстати, знаю, как с первого раза попасть иголкой. Да, блядь, что ты рассказываешь? Мы, блядь... Заткнись, а! Блять, я за не сказал. А потом. Где брама-то? Ай, больно. Сука, извини. Ударь меня. Нет, так тебе не больно. Да не по жопе. Блять, у меня сейчас локоть сломается. Каша очень красиво, очень-очень. Спасибо большое. Почему он, а не я? А? Ну это генетика. Понятно. Абрама с девочкой поехал. Еще не пришел. Блокируй. Да не буду я брокировать. О, да, я там сидел, блядь, мне там. Тыры-пыры, тыры-пыры. Растопыры. Слышь? Ебало, Валерик. Валерик. А что, стрим будем на фото вообще? Или в телефонах-то посидим нормально? Я, блядь, с Дэвидом разбирался в такси, извините. Фу. Тогда будет что-то. Ну, сейчас это была разминка. Сейчас через 20 минут девушка приедет, начнем делать прикол нормальный. Смотри. Еще одна? Смотри. Это разминка была все равно. Тебе я на карточку заказал. Графическую. Нихуя себе. Да. Мне? Как же вам хорошо, а я, сука, просто в депрессии какой-то сегодня. День вроде хороший, но вот много плохого. Я хотел сегодня поднять настроение, поиграть в компьютер, но у меня умер в наушниках микро, и сами наушники именно сегодня, и все одновременно, денег нет, прям что происходит. А... Братан. Запомни, что в жизни нет проблем, есть только задачи. Воспринимай их как квест. Вот задача, квест, впадлу выполнять, да, тяжелое, что-то ебаное, но ничего, пройдешь, потом будешь это вот так вспоминать, такой думаешь, блядь,
какая хуйня была. И с улыбкой вспоминаю, такой думаешь, бля, ебать, там прокатило, или фух, слава богу, что решил, или не решил, неважно, такой думаешь, фух, слава богу, это прошло. И все, то есть, это просто какой-то перевалочный пункт. Не надо проблемы загонять, крутить в голове, блядь, лишь бы не смертельные проблемы были, это самое главное. Поэтому на все остальное забей хуй просто, и все, правда. Просто задача есть, появилась новая задача, надо решить. Хочешь? Реши ее хорошо, будь пизже. Не хочешь хорошо, сделай как надо, отъебись. Ну, все равно пройдется в любом случае. Нет смысла это гонять, накручивать, вообще похуй. Пусти на самотек, пройдет само. Зеля, лучше скинь мне статую этот, блядь, секс-бомба, хуй забила мне. Я прямо сейчас тебе скину. Да. Что, сегодня? Ну, сейчас все пойдут спать. Вовка сегодня уже стримить не будет. Спасибо, кстати, Вова, что пришел. Нашел время. Не, за спасибо, что? Валерчик. Брачки. Спасибо, Зелька. Бля, хуя ты мне руку сжал, гондон. По-мужски ты же сказал, что качаешься. Ты можешь одному человеку так шею? Нет! Ну, а правда распишется, пока забала. Да, забала распишусь обязательно. Ты кому рейд кинешь? Кто у нас еще? У нас все, аж нет никого еще. А если нет, значит никому не кидаю. Не буду никому кидать. Да нет, почему? Есть же нормальные, хорошие парни. Ну, кто? Кореш. Мне прифотошопьте там. И мне. Прям сюда он. Кто хороший парень? Ну, нас не котируют, нас на нас обзывают, за кому, блядь, я буду. Мы будем рейды кидать, ебать, мы хорошими будем. Типа нас будут там засирать. Подсосемся, а давай у меня потом есть идея, напросимся на концерт к Мазелову. Давай. Как, вот типа, что он наш друг. И будем, короче... И кружочки записывать, чтобы ТГ пропустить. Да, да, да. И будем говорить, что Илюха, ты вообще самый крутой чувак. Сначала надо разоблачение на него. Можно не разоблачение, а просто вопрос задать. А скажи, что там я потом... Но сказать то, что я тебе плохого ничего не говорил. А потом такой... Да, Илюха, да, блядь. Черт ты ебаный, понял ты кто? Спасибо, Валер. Это кому рейд кидаем, да? Ну, бля, я не знаю, некому рейд кидать. Ну, зайди просто, вот я... Мне девочки нравятся красивые. Ну, давай, просмотр. Нет, девушкам нельзя кидать, потому что там они понаходят себе мужиков, будут жить очень хорошо. Да, кстати, да, кстати, они будут сиськи... О, это Дэвид? Это его брат Джонсон. Ну, некому. Hell Play вот стримит, например. Hell Your Play. О, кстати, он не рекламный. Он рекламный. Да, во-первых, рекламный стрим, во-вторых... Какой-нибудь такого пацана, который нормальный, типа... Как ты поймешь? А вон Рэндвич разоблачение делает. Рэндыч охуенный. Крутой? Да, шарите за него? Да, Рэндыч. Бля, ну он типа нормально разоблачение делает, но немного кринжовый у него шутки. Ну так-то нормально. Ну, блядь, слушай, чувство юмора это субъективщина полная, блядь. Главное, чтобы он парень был ровный, правильно? Не крыса. Он не крыса? За ним косяков нет? Вообще никаких, не замечен. Все. Он на всех разоблачение делает. На мы следующий. Да. Пускай нормальное разоблачение сделает. Попросите, а то один, блядь, дурак думает, что он охуенно сделал. Ну это прям кринж пиздец. Пусть у нас нормальный человек сделает разоблачение. Все, ребят, спасибо огромное за стрим. Пока-пока. Со многими еще сегодня увидимся на фильмах. Мы будем все подрубать сегодня на фильмы, поэтому залетайте, там фильм посмотрим еще. Не нахуй. Валера, это тебе. Не, Вова, лично. Давайте, обнял.